Меня зовут Василий Полонский. Я сегодня для вас веду новости. В Москве 15 часов 1 минута. И мы продолжаем работать для вас, наши любимые телезрители, в прямом эфире. Так вот, 8-й день спецоперации в Украине. Министерство обороны России впервые отчиталось о потерях в своих рядах. 498 погибших и 1597 раненых. Также Министерство обороны России заявило, что с украинской стороны погибло 2870 военных. Украинские власти сообщают, что с их стороны погибло 193 военных и 615 раненых. Сегодня утром Министерство обороны России в очередной раз отчиталось о ситуации в Украине. Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Приволье, северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное. Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклея. Российской армии принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Бородянки, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использующийся СБУ для психологических операций против России. Всего за время операции поражено 1612 объектов. А что в Украине? В Харькове опять объявлена воздушная тревога. В Мариуполе после массовых ночных обстрелов нет ни связи, ни отопления, ни света, ни воды. Телеканал «Наш» сообщает, что город после просто уничтожает. В Киеве обстановка тоже напряженная. Мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале рассказал, цитата, «Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО вооруженных сил Украины, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава богу, нет. С докладом выступил и президент Украины Владимир Зеленский». Рівно 2 роки тому в Україні було зафіксовано перший випадок COVID-19. Перші тижні боротьби з ними, ми пам'ятаємо, були дуже складними. Але ми були єдиними, а отже сильними, а отже вистояли. Рівно тиждень тому Україну атакував інший вірус. Інша хвороба і ті, хто страждає на тяжку анексію та окупацію чужих земель. Тиждень тому, о 4 ранку, Росія вторглась в Україну, в нашу незалежну Україну, на нашу землю. Гострий припадок агресії, манія величі, манія переслідування. Важкі психологічні комплекси, як наслідок ракетні комплекси. Реактивна артилерія, танки та інша бронетехніка просто як саранча. Перші години і дні повномасштабної війни були дійсно дуже складними, але ми були єдиними, а отже сильними, а отже вистояли. І так далі і буде. І далі стоїмо. Мы должны напомнить, мы обязаны это сделать по новому закону, что информацию, которую только что рассказал президент Украины Владимир Зеленский, Министерство обороны Российской Федерации не подтверждает. И считает дезинформацией в том числе. Мы должны, конечно же, я должен обратиться к вам, наши любимые телезрители, ставьте обязательно лайки, обязательно пишите свои комментарии, мы, конечно же, смотрим в чат, в том числе, конечно же, донаты, потому что для нас это очень важно, чтобы мы могли все-таки продолжать свою работу. И, конечно же, вы можете нас смотреть в Ютубе, как обычно, несмотря на то, что наш сайт заблокирован, в Ютубе прямая трансляция. Сейчас у нас не просто необычный гость, а человек, которого на российском телевидении не было очень давно. Святослав Бакарчук, солист украинской группы «Океан и Эльза», сейчас с нами на связи. Святослав, я вас приветствую. Расскажите, где вы сейчас находитесь и вообще, что происходит?
Происходит война, которую ваша страна развязала против нашей страны. Ваши солдаты убивают наших детей. Прямо сегодня убито несколько новых. Снаряды попадают в жилые дома. И весь этот кошмар создал ваш сумасшедший президент, а также молчаливое согласие большинства россиян, которые боятся выйти на площади, потому что их заберут на 15 суток в участке. Я хочу вам сказать, дорогие россияне, точнее, уже давно недорогие, если вы считаете, что страх выйти на площадь из-за того, что вас заберут в участок, выше, чем страх всю жизнь потом иметь на себе кровь невинных женщин и детей, то я думаю, что вы глубоко ошибаетесь, потому что кроме невинных женщин и детей, у матерей российских солдат может быть кровь их собственных солдат, которых им привезут домой в мешках, потому что украинская армия защищается и будет защищать свою мирную землю до того момента, пока последний российский солдат не уйдет из нашей земли. Это, в общем-то, единственная причина, почему я сейчас вышел в эфир, потому что, может быть, это последний раз я пытаюсь достучаться до ваших людей, до тех, кто говорит в Фейсбуке или на кухне, что они против войны, но боятся об этом сказать вслух. И я хочу напомнить, что с 1933 по 1939 год интеллигентные немцы тоже боялись выйти на улицы, как сначала, когда жгли магазины евреи, потом, когда аннексировали Чехию и Австрию, потом, когда развязалась большая война, а потом, когда Холокост сожгли и убили 6 тысяч евреев и напали на, в том числе, наши тогда с вашей страной. В 1945 году все они говорили, мы не имеем к этому никакого отношения, мы были против. Но история этого уже не помнит. На них всех была эта вина. Точно такая же вина будет на всех россиянах, если вы сейчас не остановите сумасшедшую власть, которая убивает прямо сейчас наших детей на улицах. Никакого оправдания, никакого вообще даже близко оправдания тому, что называют цинично ваша власть, военная операция, а на самом деле вероломной войны, нет. Украина всегда была мирна. Никогда не представляла никакой никому угрозы. Ничего ни у кого не просила. Просто она была виновата в том, что существовала. И безумные люди в Кремле просто ненавидели сам факт ее существования и решили нас за это наказать. Я думаю, что они пожалеют о том дне, когда они начали это. Мы будем защищаться, и мы выкинем последнего солдата из нашей земли и будем сильны. И вся страна вместе с нами. В общем-то, все, что я хотел вам сказать. Святослав, можно у вас уточнить, где вы сейчас находитесь и не собираетесь ли вы покидать Украину? Я не могу сказать, где я нахожусь, из соображений моей и других людей безопасности. Я нахожусь в Украине, недалеко от боевых действий, которые ваша армия ведет против нашего народа. Я не собираюсь покидать Украину. Я патриот своей страны, я помогаю ей. Это моя страна, я буду ее защищать до последнего. Я понял, Святослав, к сожалению, я должен оговориться о том, что информацию про убийство, которое вы произнесли, Минобороны не подтверждает. Это обязательная фраза, которую теперь мы должны, к сожалению, произносить в прямом эфире. Минобороны России. Мы почему-то не... И вермахт, и СС, убийство евреев в 43-м году. Ваша армия и ваше Министерство обороны – это современный СС. Я хочу, чтобы все это знали. Спасибо за внимание. Точнее, даже спасибо говорить не буду. Я надеюсь, что все... Да, это был Святослав Вакарчук. К сожалению, связь прервалась. А мы переходим к следующей теме. И перед тем, как перейти к следующей теме, я должен повторить о том, что все, что говорил Святослав Вакарчук, не подтверждает Министерство обороны и про нападение на и убийство мирного населения. В том числе от нас требует не называть то, что происходит на территории Украины, войной, а просит называть спецоперацией России в Украине. Но к следующим темам. Международный трибунал в Гаге начал расследование возможных военных преступлений России, совершенных на территории Украины. Этого ранее требовал официальный Киев и еще без малого 4 десятка стран. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о самом масштабном обращении стран в Гагу против России. Политик заявил, цитата, «Мы абсолютно убеждены в том, что Путин не может делать настолько ужасные вещи безнаказанно. Однако даже Гага Москве не указ, ведь Россия не является участником международного трибунала». В 2016 году президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился не допускать свою страну до участия в международном суде. Это объяснялось национальными интересами. Само расследование будет вестись против государственных лиц Российской Федерации. Обсудим эту новость с
Анной Моролян, адвокатом, юристом по международному праву. Анна, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, как вы считаете, вообще вот такой процесс в международном суде вообще может как-то повлиять на Россию? Да, конечно же, преследовать могут тех лиц, которые суд посчитает, что они виновны в преступлениях против человечности, в геноциде и военных преступлениях. Но преследовать где? За границей или в том числе в России? Это международно. Это международные органы, значит, все члены Римского статута, они обязаны при пересечении границ данных лиц на своей территории передавать их в Гаагу, если нет специального соглашения с Россией о невозможности передачи данных лиц в Гаагу. А не могу не спросить, как долго этот процесс будет? Анна, я еще хотел бы вас попросить включить картинку, потому что у нас она пропала. Могли бы вы ее завести опять? Да, вот. Мы вот сейчас вас опять не видим, видимо, что-то отключается. Но в любом случае, я надеюсь, что я сейчас вам смогу сформулировать вопрос, вы в том числе появитесь в эфире. Я напомню нашим телезрителям, вот Анна появилась, да, я напомню нашим телезрителям, что мы обсуждаем суд над российскими властями, по сути, в Гааге. Мне интересно, во-первых, как долго может продлиться и расследование само, и потом суд? Или это довольно быстро пройдет сейчас? Невозможно сказать. Во-первых, смотрите, нужно смотреть на процедуру, да, уголовного суда, международного уголовного суда. Так как страны уже обратились в международный суд, уже нет необходимости для прокурора иметь разрешение досудебной палаты, скажем так, суда. Уже прокуроры начали свою работу. Что они должны делать? Они должны зафиксировать все факты преступлений против человечности, геноцида и военные преступления. Есть также, ну, не в этом случае, преступление агрессии, да, но не в этом случае. Это не предусматривается в этом случае. Прокуроры сначала должны зафиксировать все факты преступления, потом, так как это индивидуальная ответственность, нужно еще и быть уверенным, что они также будут преступления, нужно доказать, что данный человек виновен в данных преступлениях, и после этого уже начнутся слушания. Слушания, они и расследования, я думаю, не скоро закончатся, потому что факты, я думаю, достаточно много будет, и нужно их всех собирать, правильно причем собирать, зафиксировать, и после этого передать дело в суд. Поэтому я не думаю, что это очень быстро закончится. Анна, хочется понять, кто может стать фигурантом этого дела? Государственные лица только? Или, например, люди, которые занимались, я не знаю, там, крупным бизнесом в России и не воспрепятствовали началу этой спецоперации? Что за люди будут, ну, как бы, на скамье подсудимых виртуальной? Смотрите, любые лица, которые причастны к военным преступлениям, геноциду и преступлениям против человечества. Если, например, бизнесмен, который покупал, например, оружие, да, нанимал наемников, я не знаю, да, просто представим, да, такую возможность. Если они причастны, если будет доказана их причастность, то любое лицо будет ответственным. И еще я хотела у вас уточнить, какой может быть приговор, потому что не очень понятно, и вправду, может быть, я не знаю, могут посадить, или смертельная казнь, или да, могут оштрафовать. Что может постановить Гаага? Нет, уголовное наказание. Уголовное наказание, не штрафы, конечно, не рассматриваем мы возможность штрафа, потому что это тяжкие преступления против человечества. Это приговоры. Приговоры, тюремные заключения. Но смертной казни нет. Вот просто, чтобы все знали, смертной казни нет.
Смотрите, я хотел еще у вас уточнить, вообще есть какие-то аналоги того, что сейчас происходит в Гааге после 1945 года? Да, конечно же, были трибуналы по бывшей Югославии, были трибуналы по, это спецтрибуналы, да, ad-hoc трибунал по Ливии, то есть есть международный уголовный суд, сам действует, да, по африканским странам тоже, там, где изнасилования, да, были очень много, когда были убиты некоторые племена, да, большинство их, очень многие сейчас сидят, да. Я хотел вас уточнить, мне интересует лично ваше мнение как юриста. Как вы считаете, чем вообще может закончиться этот процесс? Потому что, конечно же, непонятно вообще, что ждет российских чиновников, российские власти после того, как их будет судить Гаага. Ну, предугадать, конечно, как будет судить Гаага, это невозможно. Это зависит от работы прокурора, также и адвоката, который будет представлять интересы подсудимого. А что ожидает этот тюремный срок однозначно? По таким делам штрафы или каких-то помилований не бывает, потому что они очень тяжкие преступления. Могут ли стать перед судом, кто может, я, конечно, не могу сказать, но если будет доказана вина, да, я думаю, тут будет, может быть, консолидация международного сообщества тоже в этом вопросе, чтобы помочь трибуналу. Я понял вас. Спасибо большое. С нами была Анна Моролян, адвокат, юрист по международному праву. Спасибо большое, что объяснили. Ну, вот видим, что процесс, несмотря на то, что начались некоторые процессы в Гааге, все равно еще до конца непонятно, кого будут судить и как будут судить. Но в любом случае мы давайте перейдем к следующим темам. Прямо сейчас нас смотрят в Ютубе, только в Ютубе, 76 тысяч человек и 11 тысяч лайков. Давайте, друзья, поднажмем, для того, чтобы трансляцию увидел как можно больше людей. Ну, я должен проанонсировать, что в конце нашего выпуска ко мне сюда придет наш генеральный директор, человек, который создал наш телеканал, Наталья Синдеева. И у нас будет небольшой разговор, в котором она расскажет о будущем нашего телеканала. Ну, а давайте почитаем ближайшие новости, последние новости, которые упали. Вот, например, Украина и ЕС подписали меморандум об объявленной в начале года программе микрофинансирования и помощи Киеву на сумму 1,2 миллиарда евро. В том числе, кстати, пока наша ставка, наши банки, наш Центробанк повышает ставку, то Нацбанк Украины заявил, что учетная ставка будет оставаться неизменной на уровне 10%. Но мы напомним, что в Украине в том числе сейчас из-за спецоперации России, которая там проходит, тоже не все хорошо с экономикой, что, в общем, было и предсказуемо. Ну, мы переходим к другой теме. Они уничтожили «Эхо Москвы». Мы уверены, что это не что иное, как очередное и очень ощутимый удар по свободе слова в России. Акт цензуры, по-другому это не назовешь. О ликвидации радиостанции сегодня объявил главный редактор Алексей Венедиктов. Соответствующие ее решение было принято на совете директоров «Эхо». Напомню, что это СМИ входит в холдинг «Газпром-медиа» и фактически принадлежит государству. В Кремле прокомментировали закрытие радиостанции «Эхо Москвы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ликвидацию радиостанции решением акционеров и собственников в том числе. Об этом в четверг, 3 марта, сообщает РИА Новости. Радиостанция нарушила закон. Было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры. Тем более в ходе специальной операции, которая сейчас осуществляется на Украине. И собственник принял такое решение, сказал представитель Кремля. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Ирин Баблоян. Ира, я приветствую тебя, очень рад видеть. Расскажи вообще, как вы отреагировали на то, что... Ну, «Эхо Москвы» больше нет.
Ты вот ты сейчас задаешь вопрос, и я даже не знаю, ты знаешь, как во вторник, как мы отреагировали, или как мы отреагировали сегодня, потому что я ни за что на свете не могла представить себе, что в эфире «Эхо Москвы», пусть даже на YouTube, мне придется сообщать подобные новости слушателям, что это будет в моем эфире. И эти эмоции я даже не знаю, как описать. Во вторник, когда это все произошло, первым делом, что я сделала, я вызвала такси и приехала на радиостанцию. Все были в панике, но меня волновал вопрос, потому что у меня неделя утренних эфиров на этой неделе, будет ли эфир, естественно, утром. Мне сказали, что мы будем вещать на YouTube, естественно. Вчера это было, вчера, значит, в эфире. Выяснилось, я сама зашла, обычно, знаете, как я делаю, я сижу в утреннем эфире и включаю трансляцию «Дождя» параллельно и наш эфир, и все время смотрю, чтобы мы ни за что ничего не упустили. Вот, значит, и я выяснила, что, оказывается, мы не вещаем в Европейском Союзе YouTube, и там была надпись о том, что вы не можете зайти из этой страны. Потом выяснилось, что у меня был включен VPN, и, соответственно, для Европейского Союза была плашка о том, что мы государственная медиа, поскольку мы принадлежим официально, входим в холдинг «Газпром Медиа», соответственно, Европейский Союз блокировал, и там можно было только через VPN нас смотреть. Вот. Но сегодня, кстати, мы это уже отбили. Но сегодня мы, откровенно говоря, с моим соведущим, с Максимом Курниковым, шли в эфир, думая, наверное, что это последний эфир. Но мы, честно говоря, это такое настроение было какое-то очень меланхольное, наверное. Вот. Но, в общем, так и оказалось. Но это не последний эфир. И завтра, как мы выяснили буквально час назад, наверное, завтра придется сейчас пойти собирать утренний эфир на завтра, потому что мы продолжаем вещать в YouTube. И никуда оттуда не денемся, пока будет такая возможность. Ира, это очень хорошая новость. Оставайся с нами. С нами на связи еще Татьяна Фельгенгар, журналист «Эхо Москвы», человек, который работал очень много лет на этой радиостанции. Таня, привет, я тебя приветствую. И вопрос к тебе. Да, привет. Привет, привет. Вопрос к тебе. Что это значит, закрытие «Эхо Москвы»? Что ты думаешь по поводу этого? Ну что, во-первых, для меня это значит то, что я возвращаюсь в эфир «Эхо Москвы». Потому что завтра, как только Ира Баблоян закончит свой эфир, начнется мой эфир. Я ее сменю вместе с Ирой Воробьевой и Сашей Плющевым. Потому что «Эхо Москвы» — это очень важная часть не только моей жизни. Я считаю, что это важнейшая часть российского общества, символ новой России. И его нельзя просто взять и удалить, ликвидировать, как ужасное слово. Потому что «Эхо Москвы» — это люди. Люди хотят работать, люди будут работать до тех пор, пока есть такая возможность. Слава богу, хотя бы в Ютубе такая возможность пока есть. И значит, мы будем работать для своих зрителей, для своих слушателей. Это наша работа, это наш долг. В условиях военной цензуры каждый голос правды, каждый голос, который стремится передать объективную информацию, он на вес золота. Поэтому я думаю, что мы на эфире примерно в том же положении, что и вы на «Дожде». Мы до последнего будем бороться за свой эфир. И пока есть такая возможность, мы будем рассказывать, что происходит. Да, Тань, спасибо. Тоже не отключайся, потому что еще будут вопросы к тебе. Ир, расскажи, что сегодня было на собрании, что говорил Алексей Алексеевич Венедиктов. И вообще, как бы, ну, какой был фон этого всего? Можешь более подробно рассказать, если есть такая возможность? Ну, я не уполномочена вообще говорить, мне кажется, за главного редактора, но могу просто атмосферу вам передать. Я такой... Во-первых, мы очень давно не виделись со многими коллегами, и было очень приятно увидеть их здесь, в редакции. Атмосфера... Все обнимаются, кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то злится. Ну, вам это примерно понятно, Вася, тебе ли не знать. У вас это, наверное, примерно так же происходило. Вот. Алексей Венедиктов сказал, что мы продолжаем работать. Для нас ничего не изменилось, несмотря на то, что мы будем вещать пока только на YouTube. Мы будем продолжать делать свою работу и... Наверное,
главное, для меня главное, что сказал Алексей Венедиктов, потому что я лично сама стала сильно злее, чем я была до, не переносить вот эту злобу в прямой эфир, потому что мы должны думать о наших радиослушателях и в первую очередь продолжать делать независимое медиа, как мы делали все эти годы. Ну, по крайней мере, я могу ответить за себя все 17 лет, сколько я здесь работаю. Вот. Я хотел бы задать вопрос вам обеим. Начнем с Тани. Вот вы не боитесь, вы не хотите уехать, потому что, в общем, нас ждет, как это показывает практика, уже обсуждение, закон о фейках. И там, в общем, есть в том числе уголовные статьи. Тань, тебе слово. Я не распространяю фейки в эфире, меня не касается этот закон. Я рассказываю то, что есть на самом деле, всегда со ссылкой на источник. Это стандарты журналистской работы. Поэтому мне кажется, если захотят посадить, посадят. Не захотят, не посадят. Мы живем в Российской Федерации, здесь может быть все что угодно. По поводу отъезда, я пока для себя решила, что я остаюсь здесь. Но, опять же, я понимаю, принимаю и уважаю решение всех коллег, которые в эти дни объявляют о том, что они приняли решение уехать. И мне кажется, здесь просто каждый решает сам для себя. Здесь не может быть никакого осуждения и никакого обсуждения. Ты чувствуешь в себе силы или у тебя есть аргументы, ты остаешься. Ты чувствуешь в себе силы или у тебя есть аргументы, ты уезжаешь. Все. Мы оказались в ужасающей абсолютной ситуации. И не мы в ней виноваты. Поэтому как-то кого-то там обвинять в чем-то нет. Но пока для себя я решила, что я остаюсь. Как долго, я не знаю, потому что я даже не знаю, что будет сегодня вечером со мной. Да, с этим несложно, с этим сложно спорить. Ира, к тебе такой же вопрос. Что ты думаешь по поводу своего отъезда? Не боишься ли ты, что в определенный момент в твою дверь могут постучать? Ну, по поводу этого новой поправки к закону и фейков, мне кажется, Таня все сказала четко. Тут мне добавить нечего. Фейк-ньюс мы не распространяем. А прийти могут и за действительно фейк-ньюс, или за что угодно могут прийти. Как мы видим, на самом деле, на практике, что за фейк-ньюс как раз-таки почему-то не приходят. Приходят за правдивыми новостями в основном. А со мной, ты знаешь, с отъездом очень забавная ситуация, потому что я в воскресенье только прилетела из Великобритании в Москву, и я летела, видимо, последним рейсом из Амстердама, потому что там из Эдинбурга невозможно прямиком прилететь в Москву. Так было там последние 10 лет, как минимум. И я летела, видимо, последним самолетом из Амстердама в Москву, и все буквально, и моя семья, которая находится в Великобритании, и мои друзья, меня все уговаривали, и более того, даже некоторые мои коллеги мне говорили, не прилетай. Тогда еще мы не понимали, не знали, естественно, о том, что будет с радиостанциями Москвы, но примерно ситуацию вокруг мы, естественно, все уже представляли. И все меня уговаривали не приезжать, а я не представляю... Ну, то есть я даже на секундочку не задумывалась о том, что, как это так, я не прилечу, у меня в понедельник утренний эфир. Эта мысль, она перекрывала для меня, честно говоря, все. О том, уеду ли я в ближайшее время, честно говоря, я для себя рассматриваю отъезд исключительно в том смысле, если это понадобится для, как сказать, для сохранения моей личной жизни. Вот я больше... Ни о чем, откровенно говоря, не думаю. Репрессии, ну, да, хорошо. Мы живем, простите, можно было и за пикет, который мы устраивали не один раз, и за митинги, и за что угодно. Если сидеть бояться, ну, понятно, что дураки только не боятся, но если сидеть все время трястись и переживать из-за этого, нет. Но я не исключаю такую возможность, что я уеду, но я еще раз повторяю, это будет исключительно зависеть от моей личной жизни. Вот. Да. Мои подруги, я по-другому не могу сказать, вы очень храбрые, просто невероятно храбрые. Я просто горжусь лично знакомством с вами и держу хвост пистолетом, как и вы. Но в любом случае, еще один вопрос, и начну с Тани. Тань, скажи, пожалуйста, мы очень часто в разных кафе, на разных вечеринках обсуждали эту тему. Алексей Алексеевич Венедиктов, человек, который знаком с Путиным, который знаком с Песковым, знаком, ну, как бы... Он в верхах власти. Человек, который занимался электронным голосованием. И, в общем, казалось, он неприкосновенный. Что случилось? Почему
Все, Алексей Алексеевич Венедиктов больше не авторитет для Путина и властьдержащих? Или что изменилось? Я, может быть, несколько иначе оцениваю позиции, положение Алексея Венедиктова, нежели ты. В любом случае, мне не хотелось бы вот сегодня уж точно это обсуждать. Но что изменилось? Изменилось слово... Началось слово, запрещенное Роскомнадзором и Министерством обороны. Я думаю, если бы не слово, которое начинается на «во» и заканчивается на «ина», я думаю, что мы бы еще какое-то время продержались. Недолгое, но продержались. Но слово, которое начинается на «во» и заканчивается «ина», оно все изменило. И теперь уже... Нет нужды делать вид, что в стране есть свободные медиа. Власти не нужны вообще никакие медиа, ей нужна только пропаганда. Вот это главное, что изменилось. Я думаю, так. Ир, если есть тебе что-то добавить, и в том числе я хотел уточнить у тебя, «Эхо Москвы» — это такая франшиза, которая работает по всей России, в том числе есть «Эхо Москвы» Махачкала, «Эхо Москвы» Санкт-Петербург и так далее. Во-первых, добавь, конечно, к вопросу по поводу Алексея Венедиктова. И второй, конечно, вопрос по поводу того, продолжили ли работать региональные филиалы. Ой, я не могу тебе, честно сказать, про региональные филиалы, потому что я знаю, что в первый день отключения, это, соответственно, во вторник вечером, когда отключили Москву, ну, мы тут в редакции, конечно, судим, по, ну, то, что мы слышим, да, был вырублен... частота не работала. Еще в некоторых городах мы продолжали работать. Я помню, что уже шел, по-моему, второй час программы Екатерины Шульман и Максима Курникова, и мы вещали в Саратове, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Но я не могу тебе ответить на этот вопрос. Это скорее к Венедиктову вопрос, я не знаю. Вот. А по поводу Венедиктова, да ну что тут добавить, не знаю. Я могу сказать про Венедиктова только, что, зная его столько лет, я знаю, что он, если что, за каждого из нас будет бороться. А к Тане хочу добавить еще, что вот это вот слово, которое нам запретили, которое начинается на «во» и заканчивается на «на», почему-то им кажется, что если... У нас какие-то помехи со связью. Но в любом случае, спасибо вам огромное, что вышли к нам в эфир. Я напомню нашим телезрителям о том, что «Эхо Москвы», по сути, распущено акционерами «Газпром-Медиа». И, конечно, это грустнейшая новость для всей российской журналистики. А мы переходим к другим темам. «41 страна за, 5 против и 35 воздержались. Генассамблея ООН на чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию, осуждающую военные действия на территории Украины. В России это называется спецоперацией. В частности, в документе содержатся требования к России немедленно прекратить применение силы против Украины и воздержаться от любой дальнейшей противоправной угрозы. А также полный и безоговорочный вывод российских войск с территории соседней страны. Помимо прочего, авторы резолюции требуют от Москвы отказаться от признания независимости Донецких и Луганских народных республик. Именно это заседание ООН показало нам, кто друзья России. Александр Макаров расскажет сейчас в сюжете, какие политические режимы у наших главных союзников. Резолюцию ООН с требованием остановить, как ее называют российские власти, спецоперацию, помимо самой России, не поддержали, пожалуй, только друзья и союзники. Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея. Республика Беларусь проголосует против данного проекта резолюции. О том, как страна прожила последний год, многие знают, но мы напомним. После прошлогодних президентских выборов, на которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, граждане, не согласные с итогами выборов, вышли тогда на улицы. Многотысячные протесты по всей Беларуси длились несколько месяцев. Режим Лукашенко отреагировал так. Thank you.
Сирия – еще одна страна-друг, которая проголосовала против принятия резолюции. А вот что сейчас происходит в стране, где уже на протяжении 10 лет идет гражданская война. Третья страна, которая поддержала Россию – Северная Корея. Политический режим там уже на протяжении многих лет одинаковый. Африканское государство Эритрея – последний, кто проголосовал против резолюции, осуждающей действия России по отношению к Украине. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну а теперь про экономику. Россия неделю уже живет в условиях жесточайших санкций. И вопреки заявлениям депутатов и чиновников, чувствует себя не то чтобы очень хорошо и рубль, и евро. Проходит, лихорадит и валюту. Снять с банкоматов практически невозможно. Западные компании отказываются продавать свою продукцию России, а российские, например, компании, как АвтоВАЗ, приостанавливают свою работу. Подробнее о том, что с экономикой сейчас происходит, Богдан Бакалейко. Богдан, я тебя приветствую. Да, Вась, я тебя тоже приветствую. Ну, почти неделя, как ты сказал, прошла с момента, когда западные страны начали вводить жесткие санкции против России. И сейчас можно делать действительно промежуточные итоги. Промежуточные, потому что некоторые санкции имеют отложенный эффект. Ну и не факт, что против России не ведут больше никаких ограничений. Ну и так, рубль удержать Центробанку все-таки не удается. Это из-за санкций против резервов. Регулятор просто не может сжигать свои накопления для поддержки рубля, потому что счета заблокированы. В итоге доллар на рынке торгуется по 116, а евро по 125. При этом московская биржа не работает. А на лондонской бирже, где торги идут, акции нашего Сбербанка упали до 1 цента, это 25 копеек, «Лукойл» стоит 25 центов, «Газпром» 14 центов. То есть акции российских компаний превратились в мусор. Иначе не назовешь. Но, пожалуй, красноречивее всего о том, что происходит на фондовом рынке, в эфире телеканала РБК сказал один из экспертов. Биржевые стратегии сегодня – это вообще атавизм или вы еще надеетесь в профессии остаться? В крайнем случае я буду работать Дедом Морозом, как 25 лет назад. Ну, это раз в год только. Ну, да. Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 12 лет назад, 13, за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ. Я не буду комментировать этот флешмоб, не хочу, потому что я в это верить. Ну, обратите внимание, ведущая РБК сама была в шоке. Телеканал РБК довольно консервативен. И, конечно же, ведущая не согласилась с экспертом, еще бы она согласилась. Но пока что можно констатировать, российский рынок действительно умер. Чтобы его как-то оживить, правительство выделило 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния, чтобы выкупить российские акции. Как только начнется эта процедура, скорее всего, и откроется наша биржа, и цены на бумаге, скорее всего, подрастут. Но, по правде говоря, это напоминает все то же прожигание народных денег. Ну и давайте послушаем, в каком состоянии сейчас находится наша экономика. Был определенный запас прочности, были запасы товаров в магазинах, но сейчас большие проблемы с расчетами, с логистикой.
Вот это может привести к дефициту импортных товаров. Ну, понятно, что идет рост цен, он уже начался. Вот, кроме того, Запад запретил ввоз многих высокотехнологичных компонентов, в частности электроники, уже сказывается на производстве, например, АвтоВАЗа, который был вынужден остановить конвейер, большие проблемы с транспортом. Из-за санкций против Центрального банка. Вась, что, хотел сказать что-то? Нет, я ничего не хотел сказать, я слушаю тебя очень внимательно. Хорошо. Из-за санкций против Центрального банка регулятор вводит валютный контроль. Мы говорили в прошлых эфирах, что, скорее всего, так, к сожалению, и будет. Экспортерам уже запретили выводить 80% валютной выручки. Людям нельзя переводить валюту на свои зарубежные счета. Ну и вот сегодня новое ограничение. При покупке валюты на фондовом рынке будет взиматься комиссия 30%. То есть фактически инвестировать в иностранные компании россиянам будет очень невыгодно. Ну, я вот совсем на пальцах объясню. Если там акция Apple стоит $100, то чтобы в нее инвестировать, тебе нужно заплатить еще $30 сверху. Это очень дорого. Иными словами, сейчас Центральный банк делает все, чтобы валюта оставалась в России. Чтобы обеспечить выплату валюты вкладчикам, это первая цель, что касается финансового сектора. Также валюта необходима для оплаты срочных импортных контрактов. Понятно, что все равно доля импорта в России достаточно большая. Ну а в самом Центральном банке у сотрудников, у коллектива, кажется, не самые хорошие настроения. Понятно, что финансисты люди очень образованные. Абсолютно они не закладывали такого развития событий. По многим это ударило, в том числе и психологически. В итоге Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка, записала обращение к своим сотрудникам, которое позже появилось в сети. Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы, как Центральный банк, могли справиться с любыми шоками экономической и политической природы. И сейчас мы точно справимся. Нам всем сейчас приходится работать больше обычного. Это тяжело. Изматывает психологически и физически. Мы устаем, становимся нервными и раздражительными. Друзья, давайте помнить, что от нас сейчас многое зависит. И поэтому мы должны быть сплоченными. Нужно оставить любые разногласия и просто помогать коллегам. Иногда помощь – это сделать что-то по работе. Иногда просто сказать слова поддержки. Я знаю, что это непросто. Но давайте не будем действительно вступать в политические споры на работе, дома, в соцсетях. Они только выжигают силы, которые нам нужны, чтобы делать свое дело. Ну, кроме того, в сети появился фейк о том, что правительство заморозит вклады россиян на военные действия. Проверяйте, пожалуйста, информацию тщательно. Пока что нет необходимости Российской Федерации замораживать вклады. Хотя, опять же, я повторюсь, что если ситуация будет продолжаться дальше и так, правила игры могут сильно измениться. Что касается нашей валюты за рубежом. Сейчас, как я понимаю, из страны многие уезжают, билетов толком нет, и стоят они очень дорого. По сути, из России сейчас есть только 3-4 открытых популярных направления. В основном на юг. Это Ереван, последующие релокации в Грузию, Баку, Стамбул и Нур-Султан. Вот я поспрашивал знакомых из разных точек. Проблем в обменниках в целом нет. Рубль меняют, но он стал очень нестабильным. Сегодня ты меняешь по одному курсу, завтра уже по другому. Впрочем, такая ситуация не везде. В Грузии, кажется, поменять рубль на лари будет очень тяжело. Сейчас в Тбилиси очень сложно обменять наличные рубли именно на лари или вообще на какую-то другую валюту, потому что в одних банках не принимается рубли по каким-то внутренним распоряжениям, как нам сказал один человек, что он спрашивал сотрудниц банка, почему так, они говорят, нам сказали, мы рубли не принимаем. Вот. Я вчера нашел один банк, где рубли принимают, там курс был 1000 рублей за 1 лари. Это для сравнения, 1 хинкали это где-то 1,5 лари, то есть по этому курсу
1500 рублей один хинкали, вот для сравнения, для понимания. Также есть в городе небольшие обменники. Несколько дней назад мы поменяли там 5000 рублей на 75 лари, просто для того, чтобы были какие-то наличные деньги. Наверное, сейчас ситуация хуже, не знаю, принимают обменники или деньги вообще. Я, к сожалению, не могу проверить, как работают российские карточки, попавшие в санкционный список за рубежом, но вроде бы проблем оплачивать и снимать денег пока нет. У нас были какие-то проблемы с банкоматами ВТБ, не российскими, снять было сложно с этих банкоматов. Но опять-таки, в будущем именно за рубежом, если будут какие-то дальнейшие санкционные ужесточения, не исключено, что карты российских банков работать перестанут, и вывести деньги с российских карт за рубежом будет практически невозможно. Ну и также сегодня была новость, что Сбербанк и Тинькофф попали, видимо, под хакерскую атаку. Вот не открывались, собственно, ни приложения Сбербанка, ни Тинькоффа, но при этом опять карты за рубежом работали без проблем. Бася. Да, Богдан, я хотел еще у тебя уточнить, вот сейчас новость упала. Комитет Госдумы по экономической политике одобрил норму, согласно которой граждане России, а также субъекты МСП в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии. Что это значит? Я просто до конца не понимаю, потому что никогда даже не брал кредит. Да, Вась, смотри, на самом деле все меры поддержки нашего правительства и Центрального банка направлены на то, чтобы поддержать людей, которые сильно закредитованы. До этого заранее говорила и глава Центрального банка, и Владимир Путин о том, что если у людей есть просрочки по кредитам, то было бы неплохо банкам, обращаясь к банкам, списать эти просрочки по кредиту, не то чтобы списывать, не ужесточать, не начислять пени, там, не вводить какие-то коллекторские инструменты. То же самое, как я понимаю, сейчас происходит и с малым, средним бизнесом. То есть люди, у которых много кредитов, эти кредиты сейчас будут, ну не то чтобы прощаться, но на просрочке будут закрываться глаза. Это на самом деле одна из, ну, наверное, важных мер поддержки, но... Ну, по сути, не самая такая вот достаточная, как мне видится. Мертвому припарки, да. Да, не порадовал ты нас новостями про экономику России, Богдан. Но спасибо большое, что рассказал простым языком, что же происходит. Ну, а мы переходим к следующей теме. Она связана с автомобилями. АвтоВАЗ на 4 дня приостановил сборку авто из-за дефицита компонентов. Это сообщила пресс-служба компании. Зарплата сотрудников на это время сохраняется. Как пишет газета «Коммерсант», главным подрядчиком микроэлектроники у компании является компания Bosch. Ранее поставки автомобилей в Россию приостановили BMW, Ford, Jaguar, Land Rover, Volkswagen Group и General Motors. С 1 марта все модели АвтоВАЗ, как и модели Lexus, Toyota, подорожали. В среднем цена за модель «Лады» выросла примерно на 147 тысяч. Это плюс 15%. С нами на связи Елена Лисовская, автор проекта «Лиса рулит», тот блогер, которого я смотрю много-много лет. Елена, я вас приветствую. Есть ощущение, что мы даже не будем ездить на отечественном автопроме. Вы очень много о нем рассказывали, поэтому интересно ваше мнение о том, что вообще происходит на нашем авторынке, потому что вот эксперты посоветовали оперативно отремонтировать свои машины и закупить комплектующие, потому что цены на все комплектующие выросли в 50%. Ваше мнение? Ну, я полностью согласен. И мы говорим это еще с времен начала пандемии, то есть начала вот этих вот проблем с компонентами, что содержите свой существующий транспорт в порядке, обслуживайте максимально, любите. Если раньше можно было каким-то образом спокойно понимать, что, ну, там 3 года гарантию я езжу, далее машину поменяю, а что за 3 года с ней произойдет, сейчас нет. Сейчас нет никакого понимания того, что происходит на рынке, что будет завтра и по каким ценам будут продаваться машины. Я не верю, то есть я, ну, на 99% уверена, что те бренды, которые
действительно машут руками и говорят о том, что они покинут наш рынок, я уверена, что никуда они не денутся, потому что в особенности те, которые построили заводы, которые миллиарды евро вложили в развитие инфраструктуры на территории России, сейчас, да, они подверглись все модной тенденции, они кричат, в том числе и в угоду указаниям внутри их государств, что они с Россией работать не будут. Они не покинут эти рынки. Другой вопрос, сколько будет стоить не только купить автомобиль, но и обслужить его, купить запчасти. У меня к вам такой вопрос, Елена. Вот если я сейчас хочу купить машину, где, откуда начинаются цены? Мне просто интересно. Вот я, например, хочу, сейчас у меня есть деньги, рубли, я хочу купить машину. Что самое дешевое я могу купить из нового, например? А я вам так скажу, что ответ на этот вопрос вот именно на сегодняшний день даже нет. Потому что, ну, если кому-то интересно, вы можете пройти на мой канал «Старулет» на YouTube. Не то чтобы это реклама, но я просто вчера прошлась по салонам, и в том числе там был бюджетный бренд «Renault». Я 2 недели назад купила «Логан» за 780 тысяч рублей. Об этой цене сейчас не может быть и речи. То есть, в принципе, вы ничего сейчас за эти деньги не купите. И сейчас почему нет ответа на этот вопрос? Да потому что, например, в том же «Renault» в автосалонах продажи просто приостановлены. То есть вы не можете сейчас заключить контракт, потому что некоторые дилеры торгуют тем, что у них есть на остатках, но обычно их цены сейчас, они просто взяты с потолка. Они выше, чем разумно они могли быть даже после повышения. У большинства дилеров, не у всех. Вчера мы зашли в один из салонов и удивились тому, что там... конкретно салон был Volkswagen, тому, что там некоторые модели авто по вполне там цены были. Но подозреваю, что, например, сегодня уже этих машин там просто нет, либо подняли цены. И хотел еще спросить у вас про машины без бензина, как говорится, не ездят. Есть, конечно, еще электротранспорт. Но в любом случае, какие цены на бензин? И вы, так как, я понимаю, много передвигаетесь на машинах, могли бы зафиксировать те цены, которые вы увидели сегодня? Не могу вам сказать, потому что, как вы уже заметили, я передвигаюсь на электротранспорте. Я понял. У нас зарядка, по-моему, в Москве бесплатна, а дома, я думаю, у вас стоит станция. И еще один вопрос, который я хотел у вас узнать. Вторичный рынок. Что происходит с ним? Потому что вот за последние 2 года вообще история про вторичный рынок, она как бы и блогерская, и вообще человеческая, потому что люди стали меньше брать новых автомобилей, стали больше брать подержанных, и в том числе очень большое количество блогеров поднялись на том, что они перепродавали подержанные автомобили. Что сейчас происходит с рынком подержанных машин? Сейчас некоторые салоны остановили продажи, я, например, мы остановили продажи не потому, что мы хотим нажиться очень сильно на каждом конкретном существующем на складе автомобиле, а потому что мы как раз-таки хотим какого-то понимания и справедливой ситуации. Вот многие салоны, они просто взяли паузу, сейчас не торгуют. Мы не понимаем, что будет дальше, потому что мы покупаем машины из трейдеров. Сейчас может быть многомесячная пауза на нормальную автоторговлю. Нормальную, что это такое? Это когда разумное количество людей приходят в салон, сдают свои старые машины, покупают новые. Вот эти вот старые машины забираем у них мы. Так мы не понимаем, это вообще будет происходить в ближайшие месяцы, или у нас сдачи будут просто единичными. Поэтому мы сейчас притормозили. Так сделали очень много. Второй путь, это, на мой взгляд, такой не самый красивый, но им тоже идут. Просто плюс 20% к ценам. Вот просто. За один день. Елена, спасибо вам огромное. Я еще раз напомню, что у нас в прямом эфире была Елена Лисовская, автор проекта «Лиса рулит». Да, я ждал более какого-то позитивного разговора, но даже Елена, которая умудрялась иногда хвалить российский автопром, смотрит с непониманием, что будет дальше. Переходим к следующим темам. Мы уже говорили на эту тему, но уже завтра Госдумой, вероятно, будет принят закон об уголовном наказании за фейки о российских военных силах. За публикацию недостоверных данных спецоперации в Украине в скором времени может грозить срок до 15 лет тюрьмы. Для этого недостаточно, считают
Некоторые народные избранники, в том числе депутаты, которые за панику и паникерство в годы Великой Отечественной войны вообще на месте расстреливали. Что они имеют в виду? Сейчас я кратко объясню. Я чуточек сбился. Имеется в виду, что сейчас нету ничего. Из-за всех людей, которые рассказывают фейки и паникуют, никакого наказания, а Великую Отечественную войну за это расстреливали. С нами в эфире Екатерина Зубань, юрист Центра защиты прав СМИ. Я вас приветствую. Ну, что с этим законом делать? Во-первых, будет ли он принят в таком формате? Как я понимаю, там есть какие-то форматы штрафов. Если у вас... понимание, что вообще происходит, я должен напомнить, что Центр защиты прав СМИ внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов. Что это за закон? Вы вот его изучили, что он из себя представляет? Василий, здравствуйте. Прежде всего, хочется сказать, что это, скажем так, еще не закон, это вчера внесли поправки в законопроект. А законопроект у нас приняли в первом чтении еще в прошлом или позапрошлом году. Поскольку на сайте Госдумы я вчера не смогла каким-либо образом найти эти поправки, то именно ознакомиться с текстом и проанализировать его на данный момент невозможно. Вот, мы можем только проанализировать комментарии автора законопроекта Василия Пискарева, на который в том числе ссылается на сайте Госдумы, и которые устанавливают основные моменты по внесению ответственности за фейки. Итак, прежде всего, действительно, 15 лет лишения свободы. Это, как нам кажется, уже просто перебор, потому что существует норма, аналогичная норма существует и в кодексе об административных правонарушениях, и в уголовном кодексе, которая уже закрепляет достаточные меры ответственности. Итак, как вы верно отметили, вероятно, эта норма может быть признана, может быть реализована и внесена в Уголовный кодекс в ближайшее время, поскольку поправки внесли в законопроект, который уже ранее рассматривали. Вполне возможно, во втором и в третьем чтении в самое ближайшее время будет все рассмотрено, и мы получим новую статью в Уголовном кодексе. Итак, что же нам предлагают? Предлагают внести абсолютно новую статью в Уголовном кодексе, которая содержит три части. Первая часть – это общая часть, которая предусматривает ответственность за распространение фейков о действиях российских военных и предусматривает ответственность до 3 лет лишения свободы. Вторая часть уже содержит в себе квалифицирующие признаки, такие как с использованием служебного положения, группы лиц, либо в сети интернет. В этом случае ответственность человеку грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Третья часть, пожалуй, самая серьезная, которая взбудоражила всю ответственность, предполагает ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Итак, здесь... Помимо того, что уже было предусмотрено, распространение заведомо ложной информации подразумевает еще и наступление общественно опасных последствий. Если спрашивать, чем это все грозит в настоящее время для обычных граждан и в первую очередь для журналистов, редакции СМИ, то можно сказать, что о ситуации на Украине сейчас очень-очень сложно освещать независимым СМИ, то с появлением этой нормы существует абсолютно реальная возможность того, что журналистам и людям, которые распространяют информацию, будет грозить огромный тюремный срок. Екатерина, я хотел вас уточнить. Просто чтобы понимать, этот закон, он будет иметь обратную силу? Есть такая возможность? Потому что мы знаем некоторые законы, которые в Российской Федерации имели обратную силу.
Смотрите, если исходить из общих положений Уголовного кодекса, то теоретически он не должен иметь обратной силы, поскольку у нас в статье 10 Уголовного кодекса закреплено, что в случае, если... если преступление перестает быть таковым, либо если смягчение происходит ответственности, то в данном случае будет применяться обратная сила закона. Если же речь идет о том, об установлении каких-либо действий, которые стали преступлением в настоящий момент, либо об увеличении ответственности, то закон четко говорит о том, что обратной силы он не должен иметь. Но мы понимаем, что речь идет все-таки об общих положениях Уголовного кодекса, что они также вполне могут быть изменены в случае необходимости. Но мы надеемся, конечно, что такого не произойдет. Ну, еще существует такое понятие, как правоприменительная практика. Если сравнивать с аналогичными нормами, статьями Уголовного кодекса по фейкам, которые существуют уже, это статья 207.1, статья 207.2 Уголовного кодекса, то Верховный суд четко высказывался по этому поводу. Он говорил о том, что не могут привлекать к ответственности людей за распространение информации, которая была распространена до момента вступления норм в силу. Да, Екатерина, вы даже нас немножко обрадовали, потому что непонятно, конечно, чем для нас, для свободных журналистов, закончится принятие этих поправок. И я хотел у вас еще спросить один вопрос. Есть ли такой вариант, что три чтения этого закона пройдут сразу в один день, и закон может быть сразу подписан президентом? Возможно, такой вариант? Или все-таки должно пройти хотя бы какое-то количество дней? Вы знаете, учитывая особую ситуацию, которая в данный момент у нас в стране, я вполне предполагаю, что я думаю, что в ближайшую неделю, скорее всего, примут эту норму. Как бы в один день это произойдет или нет, я точно не могу сказать, но я думаю, это в самое ближайшее время, потому что не просто так эту норму вводят, не просто так ее обсуждают, а чтобы Екатерина, хотел уточнить у вас, возможен такой вариант, что его примут? Вообще по закону Государственная Дума может все три чтения рассмотреть в один день? Насколько я знаю, нет. Ну, я понял. Ну, хорошо. Спасибо огромное, Екатерина Зубань, юрист Центра защиты прав СМИ. Мы должны напомнить, что он внесен Минюстом в реестр НКРО, выполняющий функции иностранного агента. Ну, а мы продолжаем рассказывать вам последние новости. Кроме спецоперации, еще одна тема – это тема беженцев. Около 1 миллиона человек уехали из Украины с начала вторжения России. Это сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филипп Гранди. В том числе сейчас упала новость, более 2 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома вследствие конфликта на Украине за последние 7 дней. В том числе 1 миллион 40 тысяч человек ищут убежище в соседних странах, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Все эти дни во Львове работала наша коллега, абсолютно героически, Марфа Смирнова. Она следила за тем, что происходило в городе, как люди уезжали, бежали из Украины, бежали от войны. Марф, я приветствую тебя в нашем эфире. Расскажи, где ты находишься сейчас и что с тобой происходит? Да, привет, Вася. Ну, в общем, я проделала тоже, вот сегодня могу уже точно сказать, что я тоже проделала путь беженцев. Я вместе с людьми вчера из Львова на поезде добралась до Польши. Это было очень непростое путешествие. Я сразу скажу, что сейчас я уже в Варшаве. Вот вы сейчас как раз показываете вагон. Я, на самом деле, из-за того, что это было довольно сложное как с физической точки зрения, так и с эмоциональное путешествие, я не так много всего успела снять. Но в этом поезде было примерно 3000 человек.
поезд, состав выглядит как обычная наша, наверное, электричка. Мужчины все стоят по правилам, женщины сидят, но все равно не всем женщинам хватает места. Понятно, что женщин с детьми всегда пропускают. Но поезд вообще, вот я скажу по расписанию, я когда уезжала, я у волонтера спросила, сколько мы будем ехать. Он говорит, ну вообще до границы час. Я думаю, ну хорошо, час, и еще пару часов мы, наверное, постоим на паспортном контроле. Но потом нас, вот мы показывали уже картинку, нас просто высадили в каком-то поле. Сказали, что перед нами еще два состава, соответственно, еще 6 тысяч человек, поэтому на границе таможенники не справляются. Нам дали какую-то еду в полной темноте на поле, дали кому-то погреться у костра. Опять же, не всем хватило места, не всем хватило еды. Я, например, не успела получить ничего горячего, поэтому я просто ела хлеб. И еще скажу, что многие не пьют воду и вообще ничего не пьют. Так, сейчас. О, у нас, да, небольшие технические проблемы. Да, сейчас все, все, я возвращаюсь. Да, и... То есть я, наверное, целый день просто ничего не пила, потому что из-за того, что такое количество людей сидит в вагоне, к туалету просто невозможно пробраться. То есть надо ходить по головам, по детям, по младенцам, чемоданам. И делать этого, естественно, не хочется. При том, что была такая довольно сложная обстановка, я удивилась, насколько люди... сохраняют выдержку, не падают духом. И вот я хотела показать просто, например, какое нас сопровождало, какой нас звук сопровождало все 12 часов в итоге, которые мы ехали в этом поезде. Марф, скажи, Честно скажу, что... Так, опять пропало. Да, Вася, ты меня слышишь? Прости, я, пожалуйста. Да, у меня просто все время звонит телефон. Да, и честно скажу, что вот эти вот крики детей, они меня не оставляют до сих пор. Мы ехали всю ночь, в вагоне было как минимум 3 малыша, и они безостановочно орали, просто безостановочно. Ну, потому что там было то жарко, то холодно. Потом это же люди едут не только из Львова. Там, например, со мной ехали люди из Запорожья, то есть они до Львова добирались еще целые сутки. И еще один такой момент был, уже невозможно было сидеть, и мы стояли с моей соседкой, уже можно так сказать, девушкой, просто прислонившись к стене. И она, я не знаю, кого она об этом просила, но она умоляла всех вокруг развернуть поезд, вернуть ее обратно. Она сказала, что она уже 100 000 раз пожалела о том, что она уехала из Украины, что лучше, наверное, было посидеть под обстрелами, чем переживать вот весь этот гуманитарный ужас. Да, Вася, ты хотел меня что-то спросить, я тебя перебила. Марф, ты не можешь меня перебить, потому что я официально заявляю сейчас в эфире телеканал «Дождь». Мы с Марфой знакомы с колясок с самого детства. И я абсолютно горжусь знакомством, ты абсолютно героический журналист. Спасибо тебе огромное за работу. Единственный вопрос, который я хотел у тебя уточнить. Скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься и все ли с тобой в порядке? Нашла ли ты какую-то квартиру? Как я понимаю, ты еще не вернулась в Россию. Нет, я не вернулась в Россию и почувствовала даже себя в каком-то смысле в одной лодке с теми людьми, с которыми я возвращалась из Украины. Мы добрались-таки до границы, до этого приграничного городка. Вот мы уже тоже показывали картинку, там все очень спокойно, там сразу выдают гуманитарную помощь, не знаю, что-то, чай попить, какие-то печенье. Вот. А потом...
Потом оттуда сразу я села на поезд в Варшаву, и мы, наверное, ехали еще где-то 7-8 часов. В общем, я уже запуталась, уже не считаю часы, сколько я не сплю, но слава богу, что я уехала. Хотя я еще раз повторю, что во Львове не такая уж какая-то тяжелая и страшная обстановка. Да? Например, вчера там я слышала пару-тройку раз воздушную тревогу, но в целом город живет очень спокойно. Пока что, во всяком случае, и дай бог, так и будет дальше. Марк, спасибо тебе огромное, что ты вышла к нам в прямой эфир. Я, пожалуйста, тебя сейчас прошу повесить трубку и идти, конечно же, поспать, набраться сил, потому что эмоционально очень сложно журналисту, я сам это знаю, не раз оказывался в подобных ситуациях. Журналист каждый раз пропускает сквозь себя все эти эмоции, и поэтому, конечно же, особенно Марфа не спала много часов, ей особенно сейчас сложно. Ну, немножко такой бенефис моих друзей. Ко мне в эфир присоединяется Анастасия Чуковская, автор блога о детских книгах Happy Family Books и, конечно же, бывшая сотрудница «Дождя», и в том числе Алексей Зеленский. Мы с ним знакомы очень много лет, композитор, бывший сотрудник «Дождя», можно еще запятой поставить, друг Василия Полонского и вообще хороший человек. Друзья, я вас приветствую категорически, очень рад вас видеть. Ребята принимают беженцев, людей, которые бегут из Украины. И вот мы сейчас поговорим о том, что происходит дальше. Во-первых, расскажите, сколько людей вам уже удалось принять, и вообще, как это происходит, как вы находите этих беженцев сейчас и выбираете, кто мог бы заехать к вам, или вообще у себя ли вы принимаете, или, может быть, еще где-то. Привет, Вась. Ну, привет. Тоже очень рад тебя видеть. Да, мы в Будапеште принимаем беженцев. У нас почти сразу, как только стало ясно, что речь идет не о тысячах, а о десятках и десятках тысяч людей, которые перейдут границу, открылась группа помощи в Фейсбуке. И я должен сказать, что в ней уже больше 118 тысяч участников, при том, что официально в Венгрию сейчас перешло 100 тысяч беженцев, то есть есть какая-то надежда, что мы сможем помочь всем, вот всей этой группой. В эту группу постоянно, каждый день пишут люди, которые только собираются переходить границу, которые перешли границу, и мы просто... Наша жизнь сейчас, в общем, выглядит так, как сплошной бесконечный мониторинг того, кому можем помочь. Кто-то нас нашли люди через соцсети, через знакомых. То есть, видимо, кто-то спрашивает, есть ли кто-то в Будапеште, дают наш контакт. Вот так, в принципе, и происходит. У нас уже останавливалось несколько семей. Мы также обзвонили всех друзей, узнали, кто готов принимать в случае необходимости, и вот таким образом люди расселяются. Сегодня у нас была семья с четырьмя детьми, и буквально за... Вот я только запостила для будапештских жителей, друзья, нужны там еще две детские кроватки, это буквально... Люди просто сломя голову бегут нести детские кроватки, а сегодня нам нужно было белье, потому что мы еще не совсем понимаем конвейерность происходящего, еще не совсем научились с этим обращаться. Вот есть какое-то постельное белье, оно, его надо постирать, подготовиться к новым ребятам, которые сегодня переходят границу. Ага, как это сделать? И мы написали, что ребята, у кого есть еще постельное белье, и опять там просто сразу, не знаю, десятки комментариев от русскоязычных публики в Будапеште, которая сломя голову несет эти простыни, наволочки и все на свете. Здесь есть украинский культурный центр, здесь на вокзалах есть тоже волонтеры, которые координируют этот поток, потому что здесь есть несколько тоже гостиниц и домов престарелых, которые принимают людей. И говорят, что помощь как бы идет все налаживание и налаживание. Надеюсь, это действительно так. Слушайте, ребята, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии вообще беженцы приезжают, потому что вот мы только что разговаривали с Марвой Смирновой, нашей коллегой, корреспондентом, и вот все эти дни, кадры, которые она показывала, ну, люди, правда, ну, просто вот человек начинал говорить, и через секунду у него уже были мокрые глаза, а через две он уже плакал. Люди чувствуют, что они вырвались как бы от войны, или все равно это напряжение у них остается?
Я бы сказала, главное слово, которое я чувствую, это растерянность, потому что она, безусловно, есть у нас тоже, но я просто заметила, мы вчера помогали семье с тремя детьми, мы ходили с ними в американское посольство, я переводила, потому что они хотели бы попасть в Америку, потом мы ходили в такие очень простые точки рядом с домом, и я чувствую, что... Вот мы стоим в магазине, и ребята смотрят на йогурты. Эти йогурты такие же, как в Харькове были. Но они не могут выбрать. Я не могу, тоже застываю, потому что вот этот момент смотреть на йогурт и выбрать, какие йогурты сейчас дети бы хотели съесть, это занимает вдруг 3 минуты. То есть ощущение, что много, просто люди немного в тумане сейчас и дезориентированы, и мы гуляем по городу, и ребята говорят: «Ой, а у нас тоже в Харькове много кафешек было». Или, и как-то вот все время какой-то... Я бы не сказала, что кто-то что-то понимает. Те люди с детьми, которые у нас ночевали сегодня... Они ехали 3 дня до границы, и поэтому они еще как бы и сейчас едут дальше, за ними едут друзья из Чехии. Здесь много семей приезжают буквально на ночь, потому что их заберут другие друзья в разные страны. А остаются здесь те, у кого есть контакты. Знаете, ведь много есть украинцев, у которых есть венгерские какие-то корни, венгерский паспорт и родственники здесь. И вот эти люди остаются. Я только поправлю Алешу. По сегодняшним данным 120 тысяч человек пришли в Венгрию. Слушайте, уже, абсолютно да. Обалдеть. Цифры, которые просто поражают. Выражаю вам поддержку, и мне кажется, что вы делаете абсолютно великое дело. Надеюсь, что в скором времени мы тоже увидимся и сможем поменяться какими-то эмоциями не в прямом эфире. Я напомню, что в эфире телеканала «Дождь» сейчас была Анастасия Чуковская и Алексей Зеленский. Это та семья, которая решила посвятить свое время не на то, чтобы смотреть только телеканал «Дождь», но еще помогать людям, которые бегут с территории Украины от спецоперации России. К следующим темам. Митинги проходят по всей стране. За участие в антивоенных акциях в разных городах России были задержаны 1000 человек. Вчера мы показывали, как жестко действовала полиция в Санкт-Петербурге. Винтили людей и в Екатеринбурге. Давайте посмотрим. Если бы мне эти кадры показали бы 9 дней назад, я бы, конечно, подумал о том, что это из Минска, из Беларуси или откуда-то еще. Но вот так поступают с женщинами сотрудники правоохранительных органов. Женщин, которые выступают против введения войск на территорию Украины. А с нами на связи Александра Баева, координатор юридического отдела ОВД-Инфо. Я напомню, что ОВД-Инфо признано, внесено в реестр иностранных агентов России. Александра, здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, хочется начать с вопроса, сколько всего задержанных и вообще, где проходят сейчас главные акции протеста против той самой спецоперации на территории Украины.
Спасибо. Вообще, мне лично в первую очередь хочется сказать слова поддержки телеканала «Дождь» в связи с последними новостями. Я как зритель, как юрист буду за этим внимательно наблюдать, за тем, что скажет Роскомнадзор, потому что я помню, как смотрела телеканал «Дождь» еще когда можно было это делать по кабельному, и, надеюсь, еще увидим. А по поводу задержаний, мы приближаемся к отметке 80 человек. За уже сегодня 8-й день подряд идут акции протеста в разных городах. Конечно, лидирует Москва и Санкт-Петербург, но вот цифры по разным дням меняются. То первая двойка, да, это всегда Москва и Петербург. Вот 1 марта и 2 марта лидировал Петербург. Все предыдущие дни задержания были в Москве, но акции всех этих дней, они региональные. То есть это акции не одного города или не столиц. Это региональные акции. Мы уже насчитали больше 100 городов, в которых было хотя бы одно задержание по тем данным, которые у нас есть. Но вот преимущественно, конечно, задерживают в Москве и в Петербурге. Прямо сейчас, вот за сегодняшний день, мы еще не давали никаких цифр, потому что задержания преимущественно идут вечером. Но мы знаем, что сейчас к активистам приходят в Москве, в Петербурге, в Новосибирске прямо сейчас нам сообщают, что есть задержанные, и мы думаем, что акции, скорее, мы вот будем жить в реальности, где акции идут каждый день, и каждый день как минимум несколько сотен человек, вот по нашим данным, будут задержаны. Те цифры, которые дает ОВД-Инфо, это скорее некий минимальный порог. Вот как минимум 8 тысяч человек было задержано за последние 8 дней. Но, конечно, реальные цифры могут быть гораздо-гораздо выше. Александр, я не могу у вас не спросить. Поступали сообщения, вот ходил на Немцов мост несколько дней назад и разговаривал в том числе с правозащитниками. Они рассказывали о том, что тех, кого задержали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, их избивали и в том числе угрожали уголовными делами. Могли бы вы подробнее рассказать, может быть, какие-то примеры привести, где и правду сотрудники правоохранительных органов превышали свои полномочия? Смотрите, история с массовыми, с задержаниями на акциях протеста, это история, когда планомерно многие годы, да, закручивались гайки, и уже подобную жесткость мы видели. И сравнивать ее, например, с прошлым годом в целом достаточно релевантно. То есть, например, по сравнению с акциями января-февраля, такого количества нарушений мы пока что не зафиксировали. Говорю «пока что», потому что тогда мы видели цифры гораздо больше, но с учетом того, что риски выхода на акции протеста сейчас возросли для их участников, то, конечно, то, что происходит, это тоже серьезные нарушения. И нарушений много, мы фиксируем их в каждом городе, преимущественно они подобного порядка, да, что к задержанным не пускают защитников и от ОВД-Инфо, и от других благотворительных организаций, и своих юристов, адвокатов в отдело не пускают. И когда не пускают юриста, не дают, да, оказать людям юридическую помощь, там могут начинаться самого разного рода нарушения. Самые частые мы сейчас фиксируем — это принудительная дактилоскопия, фотографирование. Также нередко людей по неарестным статьям, то есть если мера, которая им выбирается, да, статья, которая им выбирается и записывается в протокол, не подразумевает арест, людей все равно могут оставлять на 48 часов до суда, держать ночью. В отделах нет обустроенных спальных мест, нет возможности по закону, да, оставить там людей и не нарушать их права. В контексте 3 статьи конвенции, да, то есть условия содержания, которые должны быть по закону Российской Федерации, они не выполняются сотрудниками полиции. Конечно, мы сейчас пока что не видим, я надеюсь, и не увидим, да, каких-то избиений в отделах, но момент задержания — это всегда был и сейчас остается самый страшный момент для любого задержанного. То есть в момент, когда сотрудник полиции забирает кого-то с улицы, задерживает, ведет в автозак, вот в этот момент происходят самые жесткие нарушения, и люди получают травмы. Выкручивают руки, мы видели в Москве, да, что кому-то сломали руку, не помню, в каком городе сломали девушке нос. В Петербурге мы видели применение электрошокеров. Вот, кстати говоря, в 2021 году мы тоже видели применение электрошокеров и именно в Петербурге. И вообще Санкт-Петербург такой вот антирейтинг того, как там жестко действуют сотрудники полиции, и там жестче, чем в Москве, людей задерживают. Там мы видим спецсредства и дубинки, и электрошокеры зафиксировали. Пока что
По нашей информации, мы вот ОВД-Инфо сотрудничает с Комитетом против пыток, который оказывает людям помощь в случае, если сотрудники полиции превышают свои должностные полномочия, тем более, если есть какие-то физические травмы. Мы зафиксировали не очень много случаев, даже по сравнению там, с предыдущим годом, но, тем не менее, есть, да, травмы, ушибы, растяжения, синяки разного рода. И если вы столкнулись с этим, да, если вы получили физические травмы при задержании в отделе полиции, вообще на любом этапе задержания вас с антивоенных митингов, то обязательно фиксируйте этот в травмпунктах, обжалуйте и ОВД-Инфо, и Комитет против пыток, и Апология. Мы будем заниматься этими случаями нарушений 3 статьи Конвенции и каждому из задержанных поможем. Но вот, наверное, такой спектр нарушений. Не скажу, что это для нас ново, но, конечно, каждый раз удивляешься, насколько жестко могут действовать власти по отношению к мирным демонстрантам. Александра, еще такой вопрос. В связи с тем, что происходит сейчас в Украине, есть такое ощущение, как будто мы отключились от нашей тематики суды. Может быть, вы лучше знаете и могли бы нам рассказать, что происходит в судах по этим делам? Есть ли люди, которых оправдывают? Какие решения по административным делам? Есть ли какие-то уголовные дела? В общем, могли бы рассказать более подробно вот по поводу именно, что происходит уже в суде с людьми, которых задержали на акциях протеста? Коротко поясню для тех, кто не знает, как происходит эта процедура. Да, людей задерживают, привозят в отделы, на них составляют протоколы. И эти протоколы могут подразумевать статьи арестные или неарестные. То есть там, где санкция, арест, людей могут оставить на 48 часов. И, как правило, оставляют, особенно да, в больших городах, где есть такая возможность у отделов полиции, Москва, Санкт-Петербург, но в других тоже единичные случаи оставления на ночь мы замечаем. И вот это самая уязвимая группа задержанных, потому что у них отбирают телефоны в момент, когда оставляют их в отделах полиции, и на утро они без связи, без документов, без каких-то ходатайств, без какой-то юридической консультации, особенно если адвоката не пустили в отдел, они вынуждены ехать в суды. Сейчас ОВД-Инфо и другие благотворительные организации, мы оказываем бесплатную юридическую помощь, наши юристы-адвокаты выезжают в суды, мы там встречаем задержанных, особенно оставленных на ночь, но если люди и не оставлены на ночь, мы все равно им помогаем. У нас есть форма, заявка на помощь в суде, вы легко можете ее найти у нас в социальных сетях, и суды выносят различные решения. Ну, спектр здесь тоже достаточно разный. Мы уже видели дела, по которым отменяли эти протоколы, то есть судьи выносили решение о том, что самого факта, да, совершения правонарушения нет. Но, к сожалению, статистика упрямая вещь, да, по большинству дел все-таки решения принимаются, как и раньше, это либо штрафы, либо аресты. С учетом того, что вот восьмой день идут акции, и уже восьмой день мы ходим в суды, даже в воскресенье были судебные разбирательства, что на самом деле невероятная редкость, даже в прошлом году мы такого не наблюдали, все-таки выходные дни суды не работали, сейчас какие-то суды, даже административки рассматривают, и сложно сейчас подвести статистику, да, сказать, вот сколько конкретно людей было оставлено, а в итоге получили аресты, да, какое количество людей получили штрафы, мы эту статистику подводим, и как только она у нас будет, мы ее обязательно опубликуем, но, как и в прошлом году, арестов много, людей развозят по разным спецприемникам, преимущественно, опять же, это Москва, Петербург. Пока что мы не фиксируем, чтобы людей везли в удаленные спецприемники. Как вы помните, достаточно большая история была с ЦФСИК Сахарова в прошлом году, но я думаю, что спецприемники Москвы и Петербурга в целом достаточно переполнены, и рано или поздно в региональные спецприемники тоже начнут людей отвозить. По поводу уголовных дел, пока что я знаю только про одно уголовное дело. Но я думаю, что потом мы будем фиксировать и другие уголовные дела. Сейчас уже не модно про это говорить, да, но дворцовое дело прошлого года, больше 100 фигурантов в этом деле, то есть по итогам прошлых акций было заведено больше 100 уголовных дел, поэтому я думаю, что это некая тенденция, которая не хочет заканчиваться, не будет прекращена, поэтому постфактум мы еще увидим и приходы к людям, даже тех, кого не задержали на акциях протеста, и, возможно, какие-то уголовные дела. То есть вот то, что планомерно происходит уже много лет, оно скорее и в этих случаях тоже мы увидим. Я понял, спасибо огромное. Александра Баева была у нас сейчас в эфире, координатор юридического отдела ОВД-Инфо. Даже напомню, что ОВД-Инфо внесен в список организаций иностранных агентов.
я бы хотел сейчас немножко почитать новости, потому что новости, правда, довольно интересные падают от информационных агентств. Вот, например, Путин подробно прокомментировал обращение Макрона по Украине. Не согласившись со многими озвученными тезисами, заявили в Кремле. Грустные новости опять для России. Икея закроет магазины у нас 4 марта. Также премьер Грузии подписал заявку о предоставлении республике статуса кандидата в члены Европейского Союза. Я напомню, что это же сделала Украина совсем недавно. И последняя новость, которую я хотел бы вам прочитать. Верховная Рада поддержала указ Зеленского о мобилизации. Вот такие последние новости. Но мы продолжаем. В это сложно поверить, но российские паралимпийцы не смогут принять участие в паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет сообщает, что изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Пресс-служба комитета сообщает, что многие другие национальные комитеты и команды, в том числе и спортсмены, отказываются соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу. Напомню, что ранее организация приняла решение допустить спортсменов в нейтральном статусе, то есть без флага и без гимна, но изменила свое решение. С нами на связи параатлет Дмитрий Игнатов. Дмитрий, я вас приветствую. Я буду к тебе обращаться, Дима, мы знакомы конечно, давно. Да, Дим, привет, скажи, привет. Пожалуйста, что это значит для паралимпийского спорта? Потому что всегда создавалось ощущение, что чемпионаты мира для паралимпийцев и Олимпийские игры – это один из основных способов заработка. Что теперь? Слушай, я не знаю. Мы все ждем нашу команду, когда она вернется и что-то станет известно. Аппарат Паралимпийского комитета делает все возможное, чтобы наши участники, наши спортсмены там приняли участие. Ждем какой-то информации, все подвешенное. Нужно брать пример с паралимпийцев. Сейчас, например, команда «Громова Тим» — это наши лыжные гонки и биатлон. Когда они узнали о том, что их отстранили, они побежали кросс. Прям побежали кросс? Ну, те, кто может бежать, побежали кросс, чтобы хоть как-то развеяться. А еще из интересного, если тоже следить за соцсетями наших спортсменов, они включили гимн России, начали петь и отклеивать наклейки, где было написано слово «Russia», чтобы все видели, что вот они из России. Их в любом случае уже исключили, поэтому никаких санкций нет. А вообще, ты же общаешься с паралимпийцами, что спортсмены думают и высказываются ли они публично о спецоперации в Украине? Смотри, я общался с ребятами, которые находились в деревне. Деревня начала работать с 25 числа. И они настолько были в спорте и заточены под спорт, что они не следили особо за новостями. И тренеры всячески отгораживали от этого. У многих даже нет телевизоров. Единственное, что они могли сами это смотреть в соцсетях, но я не знаю, насколько хорошо они работают в Пекине и в деревнях. И даже, опять же, вчера по прилету нашей сборной и по лыжным гонкам и биатлону главный тренер этой сборной Громова сказал: «Хватит, пожалуйста, писать нам все вот это про Украину. Мы хотим заниматься спортом, не мешайте нам сосредоточиться». Но и утром в 10 часов мы все узнали, что мы недопущены. Ну просто странно, Дим, мне кажется, что невозможно не заметить было всего происходящего. Но весь мир это обсуждает, весь мир вводит санкции, Слушай, когда ты идешь на главный старт своей жизни, тебе плевать на все. Я знаю примеры, когда спортсмены были на сборах, и они не могли забрать свою жену из роддома и просили друзей, потому что это главная мечта. У них есть такие шоры: я хочу быть первым, я хочу получить эту медаль. Для кого-то это единственный шанс, как ты сказал, заработать. А деньги приличные, там за первое место 5 миллионов рублей тебе дают.
Есть ли понимание, что дальше будет с паралимпийским спортом? Потому что, ну, как бы без Олимпиады и чемпионата мира не очень понятно, кому будет нужен в России паралимпийский спорт. И вообще, я вот хотел тебя уточнить. Главными же спонсорами, по сути, паралимпийского спорта является именно государство. Да, государство поддерживает паралимпийский комитет, да, естественно. Плюс у них еще какие-то свои есть дружественные партнеры. Это так. Ну, а что сейчас будет, я думаю... Давай отвечу. Что сейчас будет, я думаю, что, возможно, я не уверен в этой информации, но типа процентов на 50, как это было после игр в Рио, когда нас не допустили, здесь были большие всероссийские игры. То есть я думаю, что ребятам в любом случае дадут выступить, и потом сравнят их результаты с теми... с результатами на играх в Пекине. И будут как-то награждать. Такой опыт уже был. Я думаю, пойдут по этому сценарию. Я понял. У нас в эфире был Дмитрий Игнатов, параатлет, друг нашего телеканала. Вот некоторые люди у нас в чате пишут, что такая позиция спортсменов – это неправильно и так далее. В общем, много критикуют. Но в любом случае, всем спортсменам сил, потому что для них, конечно же, вся эта ситуация с отменой паралимпийских игр – это большой удар вообще по образу жизни и, конечно же, по дальнейшему будущему. Эммануэль Макрон накануне вечером выступил с очередным обращением к нации по поводу ситуации в Украине. В нем он констатировал смену эпох. Цитата. «После разжигания этой войны на европейском континенте больше ничего не будет, как раньше», сказал Макрон. Речь французского президента внимательно слушал мой коллега и друг Денис Катаев. Я хочу, к сожалению, Денис, перед тем, как с тобой, как тебе дать слово, оговориться о том, что даже слова Эммануэля Макрона мы должны поправлять и говорить о том, что в Украине не идет война, а идет спецоперация. Денис, тебе слово. Действительно, Василий. Не будем поправляться, да. Спасибо большое за такое представление. Действительно, сейчас мы все здесь друзья. И хоть война и не идет, а по мнению людей, которые называют себя министрами обороны и президентами, идет военная операция, вот пускай так они считают. Окей. Все мировое сообщество цивилизованно считает это войной сейчас, и мы вынуждены оговариваться. Я сам это делал много раз в эфире. Вася, смотри, я восхищался, ты знаешь, этим президентом с дня его избрания. Я считаю, что это один из самых сильных мировых лидеров сегодня, особенно в отсутствии Ангелы Меркель. И он продолжает это доказывать сейчас, вот как Зеленский, президент Украины, доказывает сейчас, что он один из сильнейших руководителей в мире, и как он доказал свое право быть верховным главнокомандующим, так и сейчас президент Макрон доказывает свой статус главного мирового переговорщика и главного дипломата в мире, ну и главного европейца, конечно же, который, несмотря ни на что, общается с Путиным, который, несмотря ни на что, пытается избежать еще большее количество смертей и обострения. Но, тем не менее, Эммануэль Макрон, каждый раз обращаясь к нации, выходит не только с флагом ЕС и Франции, но и с флагом Украины, тем самым оказывая поддержку и, собственно говоря, визуальную, символическую Украине в ее борьбе за собственную независимость и свободу. Давай послушаем, что он сказал в первую очередь. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Putin contre l'Ukraine le 24 février. С начала жестокой атаки президента Путина на Украину, которая началась 24 февраля, российская армия бомбит Киев, штурмует другие важные города страны. Сотни жертв со стороны мирных жителей, были убиты женщины и дети. И все это продолжается и сегодня. Ближайшие дни будут, предположительно, еще тяжелее. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, в этом беспрецедентном за последние десятилетия для Европы испытании мы стоим вместе с Украиной. Я приветствую мужество украинского народа, которые сопротивляются буквально под бомбежками. И от имени французского народа я обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому, которому выражаю братскую поддержку. Сегодня он представляет смелых людей и олицетворяет честь, свободу и храбрость украинского народа. Да, и ты знаешь, Вася, что все эти дни, да, учитывая, что я говорю по-французски, там, франкофил, франкофон, ко мне обращаются, конечно, французские журналисты с какими-то комментариями.
я все время пытаюсь доказать, что это не война России против Украины, это не война России против Запада, это не война России против НАТО, это война Путина, объявленная всем им, а главное, что это война Путина, объявленная против своей страны. Но это понимают на Западе, это понимает Эммануэль Макрон, и он, поддерживая украинцев и подтверждая свою, так сказать, готовность общаться с Путиным, что бы это ни стало, лишь бы остановить военную операцию, он говорит четко, кто такой Владимир Путин. Давайте послушаем. C'est donc bien seul et de manière délibérée. Это только он, президент Владимир Путин, отрицая все международные обязательства и договоренности, единолично принял решение воевать. Это война, не война НАТО или Запада с Россией. У НАТО нет баз и войск в Украине. Это все ложь. На Россию не нападали. Россия — агрессор. Эту войну российская пропаганда пытается оправдать и представить борьбой против нацизма. Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser. Но это снова ложь. Все это оскорбляет память и историю российского и украинского народов, которые вместе, бок о бок, боролись против нацизма во время Второй мировой войны. Cette guerre. Эта война — продукт реваншизма, коварная попытка переписать историю Европы. Нас пытаются вернуть в темные времена имперских войн, во времена вторжений и истребления человечества. Да, ну и действительно, что вот войной называют это все в цивилизованном мире, только Министерство обороны России и официальные власти называют это военной операцией. Мы это постоянно вынуждены оговариваться в эфире, как уже попугаи. Ну что же, это военная операция, а не война. Итак, глава Французской Республики, помимо того, что говорил о том, что он будет все равно, несмотря ни на что, говорить с Путиным, мы знаем, что этот разговор телефонный произошел даже сегодня, я уж не знаю, о чем там можно договариваться, но тем не менее его упорство Макрона довольно... Я считаю, что это правильно, то, что он это делает, потому что говорить нужно, чтобы остановить смерть и кровопролитие. Так вот, он, конечно же, несмотря на то, что будет поддерживать эти самые переговоры с Путиным, он знает, и он упомянул о санкциях, введенных против России, еще раз повторил, и против финансовой системы, и опять упомянул о том, что мы будем строить независимую энергетическую политику, то есть независимо от России, из, собственно говоря, возобновляемые источники энергии, и поэтому он, например, запустил недавно, еще несколько месяцев назад, до военной операции, новый атомный блок в своей стране, и вообще он напоминает все время, что Франция — это тоже страна с ядерным оружием. Он напомнил о санкциях, введенных против России, поблагодарил дипработников, которые спасают французских граждан, оставшихся в Украине, журналистов, освещающих конфликт. Он повторил, что Россия добивается худшего своими действиями. Давайте послушаем, что в этом контексте он сказал. В рамках НАТО мы продолжаем совместные усилия по защите суверенитета и поддержания безопасности наших европейских союзников. Поэтому мы усиливаем наше военное присутствие и наращиваем воинский контингент там, где мы уже есть, например, в странах Балтии и соседних регионах. Кроме того, сотни французских солдат прибыли в Румынию. Но мы продолжаем и усиливаем наши дипломатические попытки введения экономических и политических санкций против российских властей, поддержку украинского народа, до тех пор, пока не достигнем цели прекратить кровопролитие. Еще раз то, что я подчеркивал, опять же, в интервью французским коллегам, это война не России, не русских граждан, не россиян, военная операция, извините. Это не военная операция России. Да, специальная военная операция, спецоперация, не России, не россиян. Это военная операция Путина, которая выполняет свои собственные цели. Господин Макрон отдельно упомянул о том, что мы не воюем с Россией, имеется в виду страны Запада, Европа. И в данном контексте еще раз поблагодарил всех россиян, которые выходят на антивоенные акции, которые выступают против войны и за мир. Давайте послушаем. Mais pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
Мы не воюем с Россией. Мы знаем, сколько всего нас связывает с таким великим европейским народом, как русский народ, который пожертвовал всем ради спасения Европы от исчезновения во время Второй мировой войны. Поэтому мы поддерживаем тех россиян, которые не побоялись высказаться против ненужной войны, которая развернута от их имени. Мы поддерживаем их храбрость и чувство ответственности, которые они проявляют, отстаивая мир. Ну, какой ответ, вы думаете, поступает от наших властей, от господина Лаврова? Он сказал, что во Франции главный символ петух, и они любят там петушиться. Это достойный ответ, я считаю, от министра страны, которая пытается там что-то восстановить, какую-то справедливость и добиться каких-то гарантий безопасности. Отличный дипломатический язык. Я рад, что дипломаты и все вообще власти в нашей стране наконец-то сбросили свои маски и предстали, кем они есть. Я считаю, что Макрон в данной ситуации выглядит уверенно и единственным лидером, потому что Америка в данном случае не является такой вот прямой стороной конфликта. Понятное дело, что это очень важная ситуация, сложная ситуация военной этой операции, которая сложилась для Европы, поэтому Макрон, будучи единым европейским лидером, проявляет сейчас свою волю, делает все возможное, чтобы разрешить этот конфликт. Я считаю, что И, кстати, последнее, Вася, что я тебе скажу. Вот только звонят мне вот эти французские журналисты, я появляюсь там в эфире, и мне примерно приходит 20-30 сообщений после каждого эфира от простых французов, которые верят, что в России есть люди, которые против войны и которые не хотят всего этого кровопролития, а против военной операции. Спасибо тебе огромное, Денис. Сложно не согласиться с твоими словами. Ты много раз произносил слово «война». Я должен напомнить, что Министерство обороны Российской Федерации официально говорит о том, что оно ведет спецоперацию на территории Украины. Я сейчас хочу немножко прочитать несколько новостей и несколько обязательных вещей. Мы же работаем в России, и журналист, независимый журналист, он должен всегда оговариваться. Во-первых, я не до конца правильно для вас, телезрители, если вы вдруг не знали, прочитал формулировку по поводу ОВД-инфо. Поэтому сейчас очень внимательно я все прочитаю. По решению Минюста ОВД-инфо внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. Хочется добавить «служу России» после этого. И также мои коллеги, журналисты, которые много лет работали в Госдуме, мне написали такое сообщение, объяснив, что же будет с законом о фейках. Так вот, третьего чтения, оказывается, не нужно. Эти поправки в законопроект о фейках от 2019 года, представляете? Именно об уголовной ответственности. И поэтому законопроект уже был принят, по сути, в первом чтении 2 года назад. Теперь же нужно всего лишь 2 чтения. Как вот мне пишут мои коллеги, которые хорошо разбираются в этой теме, этот закон о фейках может быть принят уже завтра. К следующим темам. Все больше деятелей культуры требуют прекратить кровопролитие на территории Украины. Так, с открытым антивоенным письмом выступила группа поэтов. Свои подписи под ними уже оставили более 400 человек. Процитирую фрагмент. «Никакая политическая позиция не может служить ни основанием, ни оправданием человеческим жертвам на территории Украины. Мы посвятили себя служению русскому слову и спецоперацию вооруженных сил России иначе как войной не назовешь. Она не принесет величия всероссийскому государству и ее народу. Только кровь, слезы, горе, страдания и лишение населения Украины. Кстати, и России. Военные действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины приведут к закату русской культуры в цивилизованном мире. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Рома Гонза. Я извиняюсь, перед тем, как мы начнем разговаривать. Мы должны оговориться о том, что в России, к сожалению, или к счастью, с точки зрения российских властей, Министерство обороны Российской Федерации требует и Роскомнадзор называть все, что происходит в Украине, спецоперацией. Рома, я вас приветствую. Почему писатели решили написать такое письмо, мы, в общем, сейчас поняли. Но с точки зрения вот этих формулировок, почему вы считаете, что это и правда конец русской культуры для цивилизованного Запада? Здравствуйте. Да, хорошо, будем употреблять слово «спецоперация», так как мы находимся в эфире, и если этого, это требует
то будем говорить слово «спецоперация». В нашем письме мы говорили о том, что это может привести к закату русской культуры в цивилизованном мире, что это ведет к тому. Потому что человечество, оно не захочет говорить на языке агрессора, которым агрессором Россия сейчас является для всего цивилизованного мира. Мне не захотят читать книги на этом языке. И мы говорили о том, что будет исчезать здоровый интерес к русской культуре в других странах. Наше письмо подписали русскоязычные поэты, проживающие далеко не только в России. Также это были, также подписали поэты из Украины, подписали поэты, проживающие в Германии, в Израиле, в Монреале, в Испании, во Франции. Когда я был в Берлине в 2014 году, мы там выступали, у нас был семинар на факультете славистики, факультете славистики Института имени Гумбольдта. И после этого у нас было выступление в одном из клубов Берлина. И меня удивило то, что, наверное, большая часть пришедших на это выступление – это были китайцы, японцы, азиаты, которые изучают русский язык в Германии. То есть вы понимаете, что к русской культуре интерес на самом деле большой. Но если эту страну, Россию, будут воспринимать как агрессора, то появится просто отторжение к русской культуре. Все... У нас небольшие проблемы со связью. Я надеюсь, что сейчас решатся они. И я хочу напомнить, что Рома Гонза, поэт, голос группы «Человек-человек» был у нас в эфире. Я надеюсь, сейчас он вернется. А я сейчас вам прочитаю последние новости, которые поступают с агентств. Вот, например, Минобороны РФ вызвали военного атташе Хорватии. Интересно, зачем? Видимо, связанное опять с какими-то военными угрозами. Но Роман к нам возвращается. Рома, здравствуйте. Я хотел бы у вас уточнить еще такой вопрос. Верите ли вы в то, что... ваша эта акция поможет, есть ли какие-то еще способы воздействовать на российские власти для того, чтобы закончить эту спецоперацию? Понимаете, верю ли я в то, что это поможет? Это действительно сложный вопрос, потому что мы это сделали просто потому, что мы не хотим быть соучастниками той спецоперации, которая происходит сейчас в Украине, которые осуществляют вооруженные силы России в Украине. Мы этого не выбирали, и соучастниками этого быть мы не хотим. Это также было написано того, чтобы люди, живущие в Украине, живущие в России, живущие в мире, они понимали, что российское культурное сообщество, оно против войны. Поэты русскоязычные, проживающие в России и в других странах, мы против этой войны. Все, что мы можем делать, это подавать так или иначе голос любыми способами. Я верю, что, наверное, как бы эту операцию могут остановить только все-таки политические элиты, которые так или иначе приближены к президенту Российской Федерации, что, возможно, только они смогут как-то вразумить или остановить то, что происходит. Потому что у меня не укладывается в голове, кому эта спецоперация может пойти на пользу. Роман, я хотел бы, вот вы сказали, что подавать любой голос, поэтому, может быть, вы сейчас могли бы прочитать нам какое-то свое стихотворение или любое другое про мир, потому что чего нам точно не хватает, так это стихов. Хорошо, я прочту стихотворение, которое написано в 2014 году, в те самые 8 лет назад, про которые так у нас любят говорить в последнее время. Оно называется «Лето в ожидании войны». Я об одном прошу, не надо пустословить, мой друг, ловить тебя на лжи, какой позор мне, стыд. Я так устал от сплетен, провокаций, недомолвок, злобы от лета в ожидании войны. Мне страшно думать, что напишут завтра шрифтом тревожным в заголовках СМИ, что нас, как смертников, поставят к стенке перед фактом. Враг обозначен, начищайте сапоги. И поведут на бойню свою паству лжепророки.
И позабудутся стихи, молитв за мир, так обернется крестный ход в крестовые походы. Явись мне недругом, кто прежде другом был. Поэтому прошу тебя сегодня, брат мой сводный, не обостряй, бывает слово, что острее, чем клинковый штык. Нас вел не случай, нас вела порода, так что помни, я вольный, к вольностям твоим давно привык. Но отчего порой, как бык в тупик, уткнувшись рогом, не позволяю старым ранам зарасти, так гонят по земле, покрытый вековой коркой крови. Солдат и прах, когда-то тоже бывший плотью, сбивается над берцами в клубы. Страшнее смерти вспомнить, оказавшись за порогом, что не успел проститься, не успел сказать прости. Тебе, мой друг, и матери, и той, которой я признавался изредка в любви. Увы. Спасибо. Спасибо. Я хотел огромное. Бы еще так же... Да-да-да, мы вас слушаем, да. Также сказать, что наше письмо подписал также поэт, допустим, Дима Качмар из Одессы. Наше письмо также подписал поэт, проживающий на территории Донбасса. То есть, как бы, это действительно... Как, возможно, могло бы показаться кому-то удивительным, кто считает, что эта спецоперация действительно необходима. В том числе это письмо и для этих людей, чтобы они увидели то наше количество человек, которые так не считают. Потому что эта спецоперация вносит в разлад не только... Она несет не только смерть и страдания жителям Украины, она еще внесет и разлад в российское общество и даже в российские семьи. Потому что вот... Одной из поэтесс, которая подписала наше письмо, ей позвонил ее отец, назвал ее нацисткой и сказал, что лучше бы ее задушил, когда она была во младенчестве. То есть вы понимаете, то есть как эта война, она уже просто... Это что у нас теперь спецоперация также в наших головах происходит? В общем, это письмо, может быть, оно и не изменит чего-то глобального, пусть это будет всего лишь капли в море, но пусть люди поймут, что это не наша спецоперация, скажем так. Спасибо, спасибо. Это был Роман Гонза, поэт, спасибо. Который, в общем, один из тех людей, кто подписал петицию от поэтов, которые не только находятся в России или в Украине, но и в других частях мира. Государственное обвинение в четверг завершило представление доказательств по новому делу Алексея Навального. Напомню, что политика обвиняет по двум статьям. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратура представила суду показания 4 потерпевших и 9 свидетелей. Сегодня свои доводы будет высказывать защита. Одна из свидетельниц на суде – журналистка Евгения Альбац. Евгения Марковна, я... категорически вас приветствую. Очень рад видеть в нашем эфире. Мы должны были начать бы с Навального, но я не могу вас не спросить. Есть такая ваша известная фраза в одном радиоэфире «Вон из профессии». Вот есть ощущение, что сегодня или завтра это произойдет, точнее, скорее всего, завтра, государство нам скажет «Вон из профессии». Не создается ли у вас такого ощущения? Ой, спасибо вам большое. Должна вам сказать, что это фейк про воды с профессией. Я никогда этого не говорила. Это придумал Олег Кашин, так что все вопросы к нему. Что касается государства, что оно нам может сказать? Никто нам с вами, любимый мой Полонский, сказать воды с профессией не может. Либо мы продолжаем исполнять конституционное право людей на информацию, либо нет. Либо мы продолжаем делать свое дело, вне зависимости от того, пишем мы в свои издания, или нам приходится писать в социальных сетях, или, я не знаю, в листовках, которые мы будем наклеивать на домах, это все, мы обязаны делать свое дело. Поэтому я бы не стала бы стучать перьями раньше времени и оплакивать профессию раньше времени. В отличие от вас, я помню, как бывает очень и очень плохо. Это 79-й год, ввод войск в Афганистан. Вот. И тем не менее, даже в тех условиях люди находили возможность писать, говорить, и насколько это было возможно.
Да, я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что во время ввода войск в Афганистан почти 4 года была абсолютно блокада информационная, даже, по-моему, 5 лет была информационная блокада, и почти никакой информации до обычных людей о том, что происходило в Афганистане, не доходило. Евгения Марковна, я хотел бы теперь перейти к тебе. Это неправда, это опять неправда абсолютно. Но... Послушайте, у меня муж летал в Афганистан и писал об этом. Это не так. Это не так. У вас это какие-то, значит, уже... апокриф, который появляется. Была, конечно, информация, она не могла не быть. Гробы пошли, понимаете, пошли гробы. И когда Псковская область начала выть материнскими и сестринскими голосами, скрыть это уже было нельзя. Так что нет, конечно, информация была, и неизбежно люди, которые возвращались из Афгана, говорили, и так или иначе это шло, и были голоса, и голос Америки, и «Свобода», и «Немецкая волна», и они тоже рассказывали о трагедии, которая происходила в Афганистане, так что это не так. Евгения Марковна, хотела бы спросить про суд над Навальным. Вы, как я понимаю, выступаете там как свидетель. Когда вы будете давать показания, и о чем вы будете давать показания, могли бы вы раскрыть этот секрет? Это не секрет, я уже дала показания. Сегодня в 10 утра... ВК-2 на протяжении 2 часов мне задавал вопросы и сам Алексей, адвокаты, и очень подробно меня расспрашивала и судья заседания госпожа Котова, и представитель обвинения. И вот сейчас нам как раз я еду уже, возвращаюсь домой. Евгения Марковна, каким вы увидели Алексея? Удалось ли вам как-то с ним немножко поговорить? И вообще, как он себя чувствует с вашей точки зрения? Алексей, как всегда, веселый, самый такой оптимистический. Говорили мы, естественно, о том кошмаре, который происходит сейчас в Украине, потому что Алексей считал, что война невозможна, а я как раз полагала, что она обязательно случится. Мне кажется, что он выглядит лучше, чем несколько еще недель назад. Во всяком случае, у него нет такого истощенного вида. Надо отдать должное колонии. Они очень, видимо, готовились к этому, значит, необычному судебному заседанию Лефортовского районного суда города Москвы на выезде. И оборудовали что-то похожее на судебное заседание. И, кстати, должна сказать, что ну вот, у меня оперированная нога, поэтому я хожу не очень хорошо, особенно там, где лед. Они пропустили машину почти до КПП. И вообще я была поражена, насколько гуманистически руководство колонии относилось вот, к нам, гражданским свидетелям. Я понял. Евгения Марковна, спасибо огромное, что вышли к нам в эфир. И последний вопрос, который я хотел бы вам задать. Что вы думаете по поводу, по сути, закрытия «Эхо»? Мы сегодня разговаривали с журналистами с «Эхо Москвы», Таней Фельгенгуар и Ирой Баблаян. Они говорят, что они продолжат работать в Ютубе, но все равно ваше мнение по поводу вот этой ситуации с «Эхо Москвы», потому что всем казалось, что Алексей Алексеевич Венедиктов тот человек, который имеет... какие-то связи во власти и может повлиять на то, чтобы «Эхо Москвы» все-таки не закрыли. Василий, в марте будет 19 лет, как я веду на «Эхо Москвы» программу «Полный альбом». Каждый понедельник, no matter what, что бы ни случилось, я выходила из разных точек мира и вела эту программу. И я намерена в понедельник в 20:00 выйти с программой «Полный альбом». Я вам честно скажу, мне не нравятся эти пораженческие настроения. Я считаю, знаете, вот как говорил адвокат Иван Павлов, не надо падать раньше выстрела. Вот надо уметь держать удар. Понимаете? И вот эти сопли надо подобрать, перестать себя жалеть и сказать себе, что у нас на нас есть ответственность перед нашими зрителями и читателями. Мы им обязаны давать ту информацию, которая им необходима, чтобы они не остались один на один со всей этой парашной кампанией из государственных каналов. Поэтому нечего сдаваться. Евгения Марковна, я абсолютно разделяю с вами
ваш взгляд на эту ситуацию и согласен с каждым словом. Хоть я и не застал Советского Союза, я родился в 87 году, но, слава тебе Господи, я много читал, и мои родители мне много рассказывали о том, что там происходило. Спасибо вам огромное, что вышли к нам в эфир. Я должен добавить, как обычно, сделать ремарку. Адвокат Иван Павлов внесен в реестр СМИ иноагентов. И напомню, что с нами была Евгения Альбац, главный редактор The New Times. Ну, а мы переходим к последней, я думаю, нашей сегодня теме. С нами на связи Вера Кричевская, один из основателей «Дождя» и создатель документального фильма о нас и о Наташе Синдеевой. О наших надеждах сейчас, точнее, фильм этот называется «Fuck this job». И этот фильм был снят с проката вчера сетью Каро. Вера, я тебя приветствую. И в том числе сейчас с нами в студии сидит Наталья Синдеева, которая пришла. Вер, привет. Можешь ли ты как-то более подробно рассказать, как вообще снимали фильм с проката, что происходило, как вообще эта цепочка началась именно для тебя? Я сейчас расскажу, Вась, привет. Наташу еще пока не вижу. Меня сейчас совершенно с толку сбил Роменский, шеф-редактор этого выпуска, наговорил мне кучу сентиментальностей, когда ты делал подводку. Но я сейчас соберусь. Фильм «Fuck this job» — это английское кино с немецким участием. У него идут премьеры по всему миру. В понедельник он вышел на главном экране Германии. На прошлой неделе мы с Наташей презентовали в Великобритании в кинотеатрах кино. Вчера состоялась премьера на BBC, позавчера в Осло и так далее и тому подобное. Впереди много премьер. Следующая премьера у нас в Чехии и в Греции. Значит, этот фильм — это попытка посмотреть на вот наши 12 лет. Почему 12 лет? 12 лет с того самого момента, когда Синдеева позвонила мне и сказала, что она хочет построить свое собственное телевидение в 2008 году. Вот с 2008 года и начинается эта история. И, как мы помним, в 2008 году на очень короткий период времени Владимир Путин перестал быть, ну, как бы официально первым лицом государства. И, ну, как бы, да, но это дало огромные надежды на то, что можно как-то что-то сделать, что-то построить. Как бы, ну, было ощущение, что это жизнь в наших руках. Фильм довольно долго получал прокатное удостоверение в Министерстве культуры, несколько месяцев. Более того, представители Минкульта в личных разговорах говорили мне, что фильм смотрит вся администрация президента, все этажи, и вот остался еще один этаж, а вот вам хотели ЛГБТ-тему повесить, но она не натянулась и так далее и тому подобное. А потом мне сообщили, что нет, все-таки здравомыслящих людей в России много. И после самого последнего этажа администрации президента вот вам прокатное удостоверение. Ну, не за те 10 рабочих дней, за которые его обычно выдают, а за какие-нибудь там 2 с лишним месяца. Вот, дальше мы начали роспись кинотеатров с нашим партнером Каро. Каро был очень-очень активный, проактивный. И у нас состоялась во вторник репетиция в Большом зале кинотеатра «Октябрь». Все было хорошо, добавлялись новые залы. Шли фантастические продажи. У нас были проданы вот эти первые 2 уикенда. Мы с Наташей собирались в тур. И вот я прилетела в Москву, и вот вечером, меньше чем за 24 часа до премьеры, я получаю звонок от Каро с тем, что ничего не состоится, ни проката, ни фильма, ни премьеры, ничего. Было ли это ожидаемо? Да, это было ожидаемо. Жалко, что так получилось. Вслед за этим другие кинотеатры сняли у себя кино, в том числе ЦДК, еще кто-то, ну, мирно мы так договорились с Ростовом. Вот сейчас, на сегодняшний день, есть один кинотеатр в Москве, это кинотеатр «Пионер», который до сих пор не снимает проданные 11 числа трансляции нашего кино с нашим, с Наташей участием. Наверное, это будет онлайн, потому что я уехала. И вот, в общем, кино нету. То есть кино есть. Более того, на днях я пообещала Фишману позавчера в эфире «Дождя», ровно тогда, когда Роскомнадзор
прислал сообщение о том, что дождь заблокирован. Я сказала, ну, знаете что, вот раз такое дело, значит, мы сделаем так, чтобы этот фильм увидел максимальное количество людей и абсолютно бесплатно. И я готова практически рассказать, как это будет, Вася. Да, я бы хотел, конечно, узнать, как мы можем посмотреть этот фильм, но сначала хотел спросить про деньги. Откуда были деньги на прокат в России? И, как я понимаю, они теперь все потеряны. Могла бы ты чуть подробнее тут рассказать? Деньги на прокат в России вообще просто мои личные деньги, мои семейные личные сбережения. Там, это не какая-то бог весть сумма, но там я все считаю в фунтах, это все вместе стоило. Ну, потому что надо было сделать российскую версию, переозвучку, кинокопии, рекламу. Света Гуляева, которую ты знаешь, Вася, неплохо, да? Она по понедельник развозила по кинотеатрам постеры. Ну, это как бы это все деньги и так далее. Ну, неважно. В общем, весь этот прокат стоил 11 тысяч фунтов. Я как бы... И жалею я, что они потеряны? Нет, не жалею. Ну, как я понимаю, ты на сам фильм тратила свои собственные деньги, и могла бы ты сейчас раскрыть, как нам можно посмотреть этот будет фильм? Фильм можно будет посмотреть... Знаете, как можно будет посмотреть этот фильм? Сейчас 17:09 по Москве. Примерно через 50 минут, это будет около 6 по Москве, если Света в аппаратной, и ты слышишь меня, то скажи, точно ли в 6 или нет... В 18 часов по Москве. Да-да-да, фильм... точно в 6, подтверждает Светлана. Света подтверждает. Значит, ровно в 6 часов на Ютьюбе телеканала «Дождь» состоится российская и белорусская премьера фильма «Fuck this job». Фильм можно будет смотреть бесплатно на Ютьюбе «Дождя» из России и из Беларуси. И я вас прошу, наших зрителей... Мне бы очень хотелось, чтобы вас было очень-очень много, чтобы цифры, мы цифрами взорвали как бы, да, вот это пространство, чтобы цифры просмотров этого фильма показали нам, что мы, ты, Наташа, все мы как бы не одиноки. Когда мы только-только сделали этот фильм, на первом варианте постера была цитата из Оруэлла. Очень я люблю эту цитату, которая примерно так звучит, что... Даже если ты одинок, даже если ты в абсолютном меньшинстве, это абсолютно не значит, что ты сумасшедший, это абсолютно не значит, что ты безумен. Нас мало, но мы не безумные. И я хочу как бы даже вот еще на секунду задержаться в 1984 и сказать, что вы помните все прекрасно эту цитату о том, что свобода — это... возможность говорить, что дважды два – четыре. Главного героя 1984 пытают, жутко пытают, только для того, чтобы он сказал, что дважды два – это пять. Он не может, у него не получается. И поэтому свобода – это право сказать, что война – это война, а мир – это мир. И я хочу, чтобы вы нас поддержали просмотром этого фильма. Этот фильм – попытка объясниться. Попытка объясниться – что мы хотели сделать, что не получилось, почему не получилось. И это попытка посмотреть на себя, как бы отмотать свою жизнь, а что, как бы, что я, что со мной произошло за эти 12 лет. Фильм начинается, там есть в начале такой эпизод, когда мы понимаем, что Наташа понимает, что мир надо менять к лучшему. И абсолютно серьезно обсуждает это на совещании с первым составом «Дождя». Вот как изменить мир к лучшему? Я отношусь к тому совещанию, вообще ко многому, что есть в этом фильме, с огромной иронией. Но вот как бы для меня это попытка объяснить, что мы хотели, очень-очень хотели жить в прекрасной стране и сделать ее прекрасной своими собственными руками. И это был и остается наш главный мотив. И, конечно, нам всем очень нужен мир. Спасибо, спасибо. Это была Вера Кричевская. Вера, оставайся с нами обязательно на связи. А мы сейчас, как бы, я продолжу разговаривать в законе о фейках. Дорогие друзья, подписчики, коллеги, уже завтра Госдумой, вероятно, будет принят закон об уголовном наказании за фейки о российских военных на территории Украины. С нами Наташа. Наташ, привет. Привет, Вася. Ну что, я даже не знаю, что спросить, потому что мы ждем этот закон о фейках. Что ты нам расскажешь? Про закон о фейках я ничего не расскажу.
Я хочу сказать, что сегодня мы собрались всем коллективом. Кто-то был в офисе, кто-то был в Zoom. И принимали решение, что делать дальше. И, конечно, но такого тяжелого еще решения в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Хочу сказать, слово «временно» очень важное в этом. Нам нужно силы немножко и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Потому что при принятии этого закона завтра работа практически будет невозможна. Либо мы должны рассказывать про прекрасные выставки, фейерверки, не знаю про что. Поэтому это последний был выпуск новостей. Последний вот, скажем, в этом сезоне. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем. И как это все будет. И продолжим работу, потому что мы знаем, насколько она важна для наших зрителей, нашей аудитории. А сейчас мы временно приостанавливаем в тех сложившихся обстоятельствах, в которых мы оказались все вместе. И я писала себе речь короткую. Я не могу ее сейчас произносить, потому что я сейчас начну опять плакать. А плакать я не хочу, потому что мы много чего переживали в этой жизни. Мы справлялись с огромным количеством трудностей. Ну и мы никогда не сдавались. И никогда не сдавались, и мы сейчас не сдаемся. И я хочу, чтобы... Это не наша сдача. Нам нужно сейчас подумать, как сохранить все то, что мы делали много лет, и как продолжить эту работу. И я просто сейчас хочу позвать сюда всех, кто есть в офисе. Да, друзья, потому что это очень... сейчас, да, есть в редакции, да, приходите в студию. И у нас сейчас с нами есть Zoom, да, где находятся все те, кого нет сейчас в Москве. Кто на удаленке. Те, кто на удаленке. И я думаю, что мне кажется... Всем привет, друзья. Всем большой привет. Привет. Я вас так рад видеть. Привет. Ну что, кто там у нас? Владимир Ровинский, шеф. Да, друзья, Даша Мерина, Вася Васильев, Таня Наумова, Саша Макаров. Ну, в общем, великие люди, храбрейшие люди, которых я знал. И буду знать в будущем, и всегда буду знать. Это все мои друзья и все, правда, по-настоящему представители этой профессии. Тебя тоже очень любим, Вася. О, спасибо, друзья. Ой, можно я скажу тоже буквально пару слов? Я люблю толкать речи. Нам всем очень больно. Нам страшно больно. И нам дико страшно. Мы очень боимся. Я знаю, что многие из вас тоже сейчас очень боятся. Это не делает нас трусами. Трусы — это те, кто поддается этому страху. Есть один политик, который тоже, если вы почитаете его Инстаграм, он не часто сейчас выступает публично, но он тоже говорит о том, что нас пытаются запугать. Если мы поведемся на это, значит, мы проиграли. Но во время спецопераций тоже иногда нужно отступать. Я думаю, что мы принимаем сейчас... единственное верное решение, которое поможет, правда, сохранить самое дорогое для нас здесь. Я 10 лет, больше, почти 11 лет на телеканале, а до этого 5 лет на «Эхо Москвы». Мы все это время сражались здесь за свободу слова. Мы делились самой важной информацией, и мы намерены делать это дальше. В каком режиме, пока непонятно. Но это наше призвание, это наша жизнь, это наш долг, которые мы будем выполнять. Нас пытаются назвать самыми страшными словами. Придумать какие-то преступления. Сегодня Таня Фигенгалова и Ира Баблоян говорили, что нам бояться этого закона о фейках. Мы говорим правду. И мы говорим правду здесь, на дожде. Но нам страшно, мы знаем, как работают законы в нашей стране.
Смелые люди – это не те, кто не боятся. Боятся все. Смелые люди – это те, кто страх преодолевает. Сейчас хочется сказать очень много нелицеприятных слов в адрес словаря для людей. Хочется, конечно, произнести вот фразу, которая у Сашки Бакарова на толстовке классно написана. Такую можно было приобрести до недавнего времени в интернет-магазине «Дождя». Сайт только, правда, сейчас не открывается, считаем. Ну, переживем. Так, то есть с нами наши... Это тот девиз, с которым мы живем. Этот девиз был высказан Тимуром Олевским, который тогда находился на территории Украины, в Киеве, на Майдане. В него стреляли люди, в него летели светошумовые гранаты. И тогда, не переставая снимать, Тимур Олевский произнес вот эту вот фразу. И каждый из нас произносит ее регулярно для себя. По утрам, по вечерам, когда мы мерзнем в командировках, когда горим на пожарах, когда нам страшно. Но после того, как мы произносим эту фразу, после того, как Олеский это сказал, он вернулся в редакцию и продолжил свою работу. Поэтому fuck this job. Но кто-то должен делать эту работу. И это будем делать мы. Спасибо вам всем, друзья. Вы герои. Да, и с нами по связи наши коллеги. Спасибо всем огромное. Друзья мои, вот они. Давайте главного редактора. Тихон. Он просится в Zoom. Тихон Викторович Зитко. А потом я скажу. Давайте. У нас плохая связь. Да, я тоже готова сказать и встать в очередь. Я пятая. Как и я. Дайте отмашку, можно ли говорить? Уверен, или надо подождать? Говори тише. Есть звук. Я не знаю, будет ли здесь хорошая связь, надеюсь, будет хорошая. Я хочу сказать следующее. Никто из нас не знал и не мог узнать, как изменится наша жизнь за последние 7 дней. И никто из нас не представлял себе, насколько неожиданно будет этот новый мир, в котором мы все окажемся. Проблема заключается в том, что на самом деле даже организаторы этого нового мира не представляют масштаб тех последствий, с которыми мы все столкнемся. Важно следующее. Извините, пожалуйста, мне здесь за связь не очень хорошо. Важно следующее. Телеканал «Дождь» все делает правильно. И все делал правильно. В несколько месяцев назад, как вы помните, у нас была с вами встреча, новогодняя, что ли, какая-то. Ну, какая-то небольшая встреча на канале. И мы говорили какие-то слова, и я сказал, что бы ни произошло, дальше, а мы все допускали, что развитие будет не таким, как нам хотелось бы. Что бы ни произошло дальше, мы должны себе отдавать отчет в том, что мы находимся на правильной стороне истории. Мы, все наши сотрудники, все наши коллеги, все наши зрители, все наши подписчики, которые поддерживают нас все эти годы, мы знаем, что такое правда, а что такое лицемерное манипулирование словами. И как бы не было сейчас черно и гадко, и как бы сейчас не рукоплескали всякие глупые людишки, которые смотрят этот эфир и радуются тому решению, которое мы были вынуждены принять, мы все равно победим. Это может звучать абсурдно сегодня, в нынешней ситуации, но это неизбежность, мне так кажется. Это неизбежность, потому что правда в конечном счете побеждает. Я хочу сказать спасибо всем и каждому. Я вернулся на «Дождь» в конце 2019 года, уже став главным редактором. И вот без малого 2,5 года я остаюсь.
И мне кажется, что за эти 2,5 года нам удалось очень многое. И телеканал «Дождь» стал главным российским, главным русскоязычным средством массовой информации. Это заслуга каждого. И это заслуга каждого нашего зрителя на письма, сообщения, звонки, мнения, которых мы всегда очень живо реагировали. Им тоже огромное спасибо. И спасибо всем, конечно, кто смотрел нас в эти критические последние дни. Могу сказать, что только на YouTube-канале у нас было 25 миллионов просмотров в сутки. Это просто ответ тем, кто говорит, что независимая пресса никому не нужна. Она нужна огромному количеству людей. Поэтому я хочу сказать, что я вас всех очень люблю. Вы все для меня очень, очень важные люди. Есть эта глупая нашими недоброжелательными запущенная история про то, что телеканал «Дождь» — секта. Это полная фигня. Телеканал «Дождь» — не секта. Телеканал «Дождь» — это сообщество. Телеканал «Дождь» — это... Телеканал «Дождь» — это остров нормальности. Телеканал «Дождь» — это... Это мы все. И нас, на самом деле, очень много. Поэтому я вам говорю спасибо. Я вам признаюсь в любви и в бесконечной лояльности каждому из вас. И я вас всех обнимаю. Я позволю себе добавить, дорогие, я сегодня писала своим коллегам по команде программы «Катрикадзе иностранных дел», которую мы запустили больше года назад, и которая получилась очень даже неожиданно. Нам страшно повезло, с одной стороны, и как это, конечно, звучит потрясающе сейчас, как перевернулся мир. Тогда нам казалось, нам страшно повезло, потому что внешняя политика так актуальна, и мы как раз вот сделали эту программу. И я сегодня писала ребятам, и это самые честные вообще и важные для меня слова, что я никогда не была так счастлива, как в эти месяцы, как в те годы, когда я попала на «Дождь», все 2 года, что я проработала на «Дожде», ну, почти, без малого. Это невероятное счастье. Самое огромное счастье — работать с вами, самое огромное счастье — добиваться невероятного. И мы все шутили все эти месяцы, что на «Дожде» вообще невозможно допустить, что что-то... Не сделано, не сделается, что какие-то цели поставленные не будут выполнены, что мы чего-то не можем. Мы могли все. И за это нас, конечно, преследуют. Конечно, нас преследуют за то, что мы занимаемся журналистикой в мире лжи, в мире лицемерия, в мире беззакония, а мы... просто оставались журналистами. Я вас невероятно люблю. И наших зрителей, самых вообще людей, которые абсолютно не умели оставаться безучастными. Самые неравнодушные люди на «Дожде». Наши зрители, те люди, которые все это время были с нами. Спасибо. Простите. Да, друзья, хотели... Можно сказать, да? Говорите, друзья мои, кто первый? Давайте, Лера Ратникова я видел. Давайте, Лерис. Давайте я. У меня нет слишком много слов, чтобы толкнуть такую длинную речь. Единственное, что я хочу сказать, что я невероятно рада, что у меня были тоже эти 2,5, даже, наверное, чуть больше года, сразу после того, как я выпустилась с журфака, прости господи, МГУ, начать работать на «Дожде», и даже во время этого у меня была возможность, и я надеюсь, еще будет, заниматься честной журналистикой в нашей стране. И что я имею возможность, и имела возможность поработать с вами, говорить с нашими зрителями и делать то, что мы делаем. И я очень благодарна этому. И, конечно, мы не знали ни в последние 7 дней, ни даже, наверное, в последние 3 дня, 2 дня, как все может измениться. И не знаем еще, что будет дальше. Но мы совершенно точно не собираемся сдаваться, чтобы не понималось под этим. Вот. И
Единственное, что я всем хочу сказать, берегите себя. Это очень важно в это время. Да, вот. Я хочу добавить, спасибо, коллеги, что мы не закрываемся, мы приостанавливаем нашу работу. Да. И, Денис, я передаю тебе слово. Да, спасибо большое. Я работаю на канале с первого дня вещания, еще раньше даже. Помню, это первый день вещания, теперь вот промежуточно, скажем так, последний день вещания. Это все очень символично. Наташа, спасибо большое. Люблю. Вера, спасибо большое. Все это... Ужасно, конечно, но мы прорвемся точно и дождемся. Спасибо Тихону, который, ну, я считаю, что это было героическое видение всех этих дней, вообще всех этих, вот этот год последний. Спасибо. И я хочу сказать то, что я сказал, и меня не услышали, на вручении премии «Золотой орел» словами Бориса Виана. Еще раз сказать, там большое стихотворение, на самом деле, антивоенное и пацифистское. Вот сейчас прозвучат эти строки еще раз. «Господин президент, я не хочу этого делать. Я на земле не для того, чтобы убивать бедных людей. Я не хочу вас сердить, но должен сказать вам, мое решение принято. Я ухожу в дезертиры. Да будет в мире мир, да кончится проклятие. Бросайте ружья, братья, скажу я дезертир. А если кровь нужна, отдайте вашу, сударь, и проявите удаль, коль смерть вам не страшна». К сожалению, война уже случилась. Поздно говорить, что только бы не было войны. Но я уверен, что это еще и, о чем говорил, кстати, президент Макрон сейчас в своей речи, это еще и момент какого-то наступления новой эры и новой страницы в истории. Кстати, его лозунг был «Иль футурный леопаж, пора перевернуть страницу». Я думаю, что эта страница точно перевернута. Это действительно, к сожалению, ценой гибели людей, смертей, кровопролития и обрушенных жизней и судеб, к сожалению, но наверняка это будет действительно новой эрой, и действительно новая страница откроется, и новая эпоха наступит. Мы все будем смотреть вверх, несмотря на то, что они говорят, что это военная операция. Спасибо. Да, ну и следующие хотели сказать несколько слов Маша Борзунова и, как я понимаю, Соня Гройсман. Ребят, вам слово. Да, друзья, мы с Тони, собственно, хотим сказать, ну что, я работаю на «Дожде» 8 лет. Это лучшие годы моей жизни, правда. Я всех очень люблю. «Дождь» для меня — это мой дом, вы — моя семья. Спасибо вам большое, что вы были, остаетесь рядом, потому что я уверена, что это не конец. И мы не прощаемся с нашими зрителями, которым тоже большое спасибо, что вы нас так поддерживаете. У меня в последние дни просто личка разрывается от слов поддержки. Что сделать, как вам помочь? Спасибо вам. Ребята, как вы можете нам помочь? Не переключайтесь. Мы обязательно вернемся и продолжим делать то, что мы делаем, потому что мы знаем, что это очень важно и для вас, и для нас. Мы не собираемся останавливаться. Я ко всем присоединяюсь, и я точно так же, как и Лера, пришла на «Дождь» сразу после университета, потом какое-то время уходила, и я счастлива, что я вернулась сюда и пережила вместе с каналом вот эти вот последние месяцы, и что мы все время чувствовали поддержку всех людей все это время, и я очень надеюсь, что у всех у нас просто хватит сил все это пережить. Вот, я уверена, что вот мы их как-то набрались, наберемся, и война когда-нибудь закончится. И нет войны, черт возьми, этот лозунг, как нельзя было говорить все это время, но теперь мы в прямом эфире. Не fuck this job, а fuck the war. Да, спасибо, я должен напомнить... Друзья, я вас всех очень люблю. Спасибо, спасибо, ребят, я должен напомнить, что... Соня Гройсман признана в России иностранным агентом. Так вот, следующий, кто у нас будет сейчас говорить, это Михаил Шевелев. Миш, тебе слово. Да, слышно ли меня? Да, великолепно. Отлично. Я хотел сказать важную вещь. Чтобы и мы все, обращаюсь к коллегам, и наши зрители, кто сейчас нас смотрит, не забывали и очень отчетливо понимали, почему мы сейчас вынуждены принимать такое решение. Потому что нам запрещают называть войну войной, потому что нам запрещают рассказывать о тех, кто умирает, и делать нашу работу и рассказывать людям
об ужасах, которые сейчас происходят в мире. Я очень рад и горжусь тем, что мне удалось со всеми вами быть и стараться рассказывать об этих вещах. И нет войны. Спасибо. Пока никто не пишет, Вась. Я бы тоже бы хотел бы, я думаю... Вася. О, а кто это? Ксюша. Миронова. Миронова, давай, надо было в чате написать, потому что как мы можем это определить. Ксюша Миронова, наш корреспондент, журналист программы «Женщины сверху», сейчас с нами поделится тоже своими мыслями. Слушайте слово. Я хочу сказать, что последние два года телеканал «Дождь» — это то, что давало мне сил жить просто каждый день и вставать по утрам с постели. И я хочу сказать, что есть сила одновременно более ужасная и более чудесная, чем смерть, чем природные силы и чем человеческий разум. И имя этой силе — любовь. И я вас люблю. Спасибо. Спасибо, Ксюш. И следующим хотел высказаться Михаил Козырев. Миша. Я надеюсь, что меня слышно, да? Великолепно. Да. Я хотел, во-первых, сказать, что абсолютно точно в последние 12 лет «Дождь» был местом силы и для меня, и для зрителей. И это, конечно, вызывало бешенство и злобу. Но как бы место силы – это такая уникальная точка, в которой все сходится и в которую все хотят попасть. Во-вторых, есть такой психотерапевтический принцип – упавший человек никогда не поднимается с пустыми руками. Даже если тебя сбили с ног, ты все равно увидишь что-то новое и возьмешь с собой дальше. Ну и, конечно, я горжусь тем, что я с вами, ребята, все эти 12 лет проработал. Вы лучшее, что случилось в журналистике в моей стране. И мы помним с вами, все не зря. Все не зря. Мы на стороне света. Спасибо, Миш, большое. И сейчас в нашей студии все, я думаю, сейчас в редакции улыбнутся. Официальные представители в Москве, город Ростов-на-Дону, Алина Дедковская. Алин, мы тебя, надеюсь, что сейчас услышим. Алина Дедковская. Ну, так как Алина пока не может, видимо, включить микрофон, Анна Немзер, наш тоже журналист, которая много-много лет работала в разных программах. Да, Аня, привет. У меня бы сказать ее был. Так, кто сейчас говорит, друзья мои? Сейчас говорит Алина. Алин, мы тебя слушаем внимательно. Алина, к сожалению, зависла. Видимо, чуть позже подключится к нам. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, секундочку, это очень важная вещь. 116 тысяч нас сейчас смотрят. Так слышно? Да, Алин, так мы тебя слышим. Говори. Это стандартный скайп на дожде. Я не понимаю, что мне... А так, слышно? Да, Алиночка, слышно? Просто слышно, начни, слышно, слышно? Начни говорить. Нет, стандартный скайп... Слышно! Слышно, Алина, правильно. Так. Алин, нет, не слышно. Это хорошо, что случились технические неполадки, иначе я бы сразу начала рыдать. В общем, моя история такая. Я с третьего класса мечтала быть журналистом, честным и независимым. Где-то, наверное, со второго курса я мечтала работать на «Дожде», потому что я увидела «Дождь», увидела, как там все живо, как ведущие одеваются в розовое. Я подумала, что и у меня есть шанс быть, в общем, журналистом хорошим. И, в общем, я всю жизнь старалась, и я долго мечтала работать на «Дожде». И простите, мне постоянно приходят уведомления, если их закрыть, люди спрашивают, что происходит. Мы обязательно вернемся. И что я хотела рассказать. В прошлом году у меня умер папа. Я это очень тяжело переживала, мне было очень сложно, я не хотела просыпаться, не хотела вставать. И единственное, что меня поняло, мысль, что Путин когда-нибудь доберется до «Дождя». И, к сожалению, получилось так, что я сейчас в чужой стране, в чужом городе, я не знаю, когда я обниму свою маму, но мне кажется, что моя жизнь рушится. Как и у многих моих коллег, с которыми я разговаривала. Вы меня слышите?
Но я хотела бы сказать, что на самом деле рушится не наша жизнь, а те, кто устроил эту военную, так называемую, спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Да, друзья, пожалуйста, выключите микрофоны, потому что мы не можем все вместе общаться. Алин, ты можешь? Алин, да. Ты можешь закончить свою мысль? Я не помню, я не знаю, что вы там услышали последнее. В общем, я хочу сказать, что жизнь не заканчивается, заканчивается она у тех, кто, к сожалению, идет войной на наш братский народ, где у многих родственники и друзья. И спасибо большое, Алина. Я хотел передать слово Ксении Кожаной. Можно я последнее скажу? Я хочу, не могу сказать, что я всех очень люблю. Я люблю каждого зрителя, я люблю каждого сотрудника «Дождя». Да, вот это, конечно, эфир перебивает ведущего. Я бы хотел бы передать Ксении Кожиной, исполнительный продюсер телеканала «Дождь», величайший человек, человек, который может организовать все, и, в общем, моя любовь навсегда. Кожина, привет, Ксения. Привет, любимая. Привет, привет, тебе слово. Как приятно вас видеть, очень хочется обнять. Наверное, нормально, что меня никто не знает из зрителей. Я безумно люблю каждого из вас, кто смотрит, кто делает этот канал. Нам всем очень больно. Но мы не прекратимся, потому что у нас свобода, у нас смелость. Я всех очень люблю. У меня ни разу не было ни дня стыдно за то, что я работаю на «Дожде». Поэтому «Дождю» быть, всем нам мира. Я очень люблю вас. Мы тоже тебя любим. Ксюш, спасибо тебе огромное за эти годы работы. И, наконец-то, мы передаем слово Ане Немзер, которую мы пытались передать несколько минут назад. Ань, слышишь ли ты студию «Дождя»? Да, я вас слышу, ребят, меня слышно? Да, великолепно. Ребят, пустите всех коллег, которые пытаются войти в Zoom. Пожалуйста, сделайте это сейчас. Екатерина Катрикадзе, вы представляете, если в вашем эфире кто-то попытался сказать такое? Мы обязательно пустим, мы уже написали, уже сказали всем, видимо, какие-то есть проблемы. Да, мы попросили аппаратную это сделать и так далее. Может быть, сейчас получится всех пустить. Ань Немзер, тебе слово. У нас тут как начинается? Я Аня, я на «Дожде», да, я на «Дожде» 8 лет. Я пришла сразу после блокады, и пришла я с мыслью «фак ю», я буду там работать. И примерно с этой мыслью я все эти 8 лет и проработала. И вот сейчас, значит, такая другая блокада. Ну, ребят, я вам скажу, я видела, как вы выживали. Я знаю, что «Дождь» умеет. Мне больше всего сейчас хочется просто... Я такой пост в Фейсбуке, на самом деле, писала. Просто перечислять имена всех тех людей, с которыми я вместе работала, которые мне помогали, без которых не вышла бы ни одна моя программа. Действительно, не всех зрители знают, не все кадровые, не все эфирные. Это просто будет... Я только боюсь, что это будет походить на акцию возвращения имен, не дай бог. Поэтому я не буду этого делать, я еще всем отдельно напишу. Я действительно сейчас хочу сказать даже не зрителям, которые так все знают, я хочу сказать, ребят, вам. Тем, которые работали эти 7 дней. И я это говорю абсолютно ответственно, потому что я очень мало в этом принимала участие, очень мало к этому имею отношение. Вы наработали на Нобелевскую премию мира хотя бы за эти 7 дней. Пожалуйста, про это помните. Это уже есть, это никуда не денется, это не уходит. Наташа, я понимаю, как тебе сейчас невыносимо, но... Понимаешь, у нас у всех действительно сейчас за эти 7 дней рухнула жизнь, и не только у нас. И у нас рухнул некоторый миропорядок. Наверное, было невозможно в этой ситуации сохранить «Дождь», вот как он был в той конфигурации. Но значит, надо будет придумывать заново. И если... Я не сомневаюсь, что... Сейчас, простите, я не сомневаюсь, что это возможно. И если это будет, я всегда на месте. Я всегда тут. Я вас всех обнимаю. Как там Навальный это делал? Вот так. Да, как-то так, как-то так. Но среди... Не бойтесь, он еще говорил, не бойтесь. Не бойтесь, да. В нашем Zoom есть не только сотрудники, которые сейчас работают на телеканале «Дождь», но и те, кто работали на телеканале «Дождь». Леша Коростелев и Дарина Лупутина тоже сейчас в этом Zoom-разговоре. Ребят, вам слово. Ну вот у нас вот тоже небольшая семья, которая, кстати, образована
на телеканале «Дождь». И телеканал «Дождь» в этом смысле не только как место работы, это целый мир, образ вселенная, жизни. Вселенная, образ жизни, хоть и мы несколько месяцев, я недавно совсем ушел, не работал на телеканале «Дождь», но все-таки это все равно круг нашего общения постоянный. Это мы не выключали последние 7 дней «Дождь», и благодарность вам, просто на колени перед вами стоим те люди, кто последние 7 дней не спал, работал, не выходил из эфира. Я не буду говорить, там, сколько там, мы там не работали, работали на «Дожде». Я главное, что хочу сказать, одну важную вещь и поклониться перед главным, наверное, человеком, который... Ну, наверное, Наташа не могла сидеть вот в этом ярком костюме. Наташа, я сейчас расплачусь сам. Спасибо вам большое. Вы самый сильный, самый великий человек из всех, что я знаю. Самый лучший, самый добрый, честный человек. И я просто не представляю, что творится у вас, если у меня довольно черствого, на самом деле, скупованные эмоции человека творится просто безумие сейчас в душе. Не знаю, что творится сейчас у вас, но спасибо вам. И все, что вы делали все эти годы, все, что вы создавали все эти годы, и все, что сейчас приостанавливается, давайте будем так говорить, это все не зря. И я надеюсь, что в вас эта уверенность остается, потому что главное, чтобы она оставалась у вас. Главное, чтобы мы все, а главное вы, верили в то, что все это не навсегда, и мы как вот Марго Журавлева, которая, не знаю, подключится, не подключится, когда-то говорила, что мы как ртутные шарики в разбившемся градуснике. Может быть, не самая изящная метафора, но мы в конце концов соберемся вместе и сделаем так, что Россия будет свободна. Вот я сейчас там вижу в студии Дашу Мерину, это очень хочу ей пожелать. Вот привет передать, во-первых. Даша, помнишь речь Сэма из второй части «Властелина колец», которую мы недавно произносили в эфире? Это и полгода назад было на самом деле. Хотя к этой ситуации она больше подходит. Пересмотрите все эту речь. И тучи развеются, и хоть наш дом у нас отбирают, дом и в широком смысле, и в локальном, но мы вернем себе этот дом, чего бы нам этого ни стоило. Мы вернемся, и мы будем вместе, будем делать добро, нести его людям. Я бы еще очень коротко хотела добавить, что свою мечту о работе на телеканале «Дождь» я придумала в 9 классе, и всячески к ней шла, и была очень рада, что у меня была такая возможность. И... Ну, как бы не буду скрывать, мы с Лешей всегда оставляли мечту, цель, что мы уйдем куда-то, наберемся чему-то новому, каким-то новым скиллам, кругозору, и вернемся и вкинем все силы, будем продолжать вкидывать телеканал «Дождь». И сейчас мы очень хотели вернуться, на самом деле, очень хотели, но, к сожалению, по всему, что вы видите, этого не произошло. Но очень хочется всех вас обнять, чтобы главное сейчас мы все оставались в какой-то хоть мнимой безопасности. И я уверена, что все что-то придумают, все объединятся. И, в общем, спасибо за все. Это были лучшие годы в жизни. И... Ну вот входим по другой стороне, сейчас входим вот так вот, только и так. И это точно значит, что каждый, кто работал на телеканале «Дождь», прожил свою жизнь не зря. И я уверена, что это все возродится как Феникс, и все нас поддержат. Спасибо всем, кто смотрит и будет смотреть. И людям, которые смотрят «Дождь», им тоже очень сильно повезло. Спасибо, ребята. Просто через 15 минут где-то будет премьера фильма «Факт без гоп» на сайте телеканала «Дождь». И я сейчас... На сайте не будет телеканала. Не на сайте, я извиняюсь, сайт заблокирован. Не на сайте, а на YouTube-канале нашем. Ирина Снеговская хотела высказаться. Ира, тебе слово. Что ты хотела нам сказать? Извините. Да, на самом деле, я хотела сказать, что я очень тоже давно хотела попасть на телеканал «Дождь» и работать в такой крутой команде. Зрители меня наверняка тоже не знают, как и многих людей, которые сидят в кадре. Я была ответственна за все ролики в соцсетях, которые вы видели. И когда эта мечта исполнилась, когда я попала на «Дождь», я безумно гордилась тем, что я работаю в команде с такими крутыми людьми. И то, что происходит сейчас,
Я уверена, что дождь нельзя закрыть, дождь нельзя заставить замолчать. Сила дождя — это люди, которые здесь работают. И я очень надеюсь, что когда-нибудь в России наступит момент, когда люди, которые говорят правду и которые эту правду освещают, они будут восприниматься как такие светлячки в ночи, как что-то дарующее свет, а не как другое. И спасибо вам за эту работу. Я тоже всех очень люблю. Ир, спасибо большое. Друзья, мы тоже вас очень любим. Друзья, мы тоже вас очень любим. Очень много людей хотят. Я знаю. Говорите, мы вас слушаем. Да. Вот в последние дни очень хорошо вспоминаю свой первый день на дожде, свой тестовый день, когда я еще не знала, буду ли здесь работать. Я пришла в абсолютно незнакомую редакцию, где было куча людей, которых я видела буквально по телеку. Я была в шоке, в восторге. Я просто хотела сказать, пожалуйста, возьмите меня на любую должность, я буду звать чем угодно, я хочу принадлежать к этому коллективу, я хочу быть в этой команде, я хочу быть с этими людьми, я хочу работать вместе с ними. И год я работаю на дожде, и это, наверное, лучший год в моей жизни. Многое менялось, но всегда я просыпалась утром и понимала, что мне есть куда пойти. Я могу идти в редакцию, там есть люди, которые меня поддержат, и просто люди, которые будут рядом. Сейчас многие из нас в разных странах, мы даже знают, что мы вместе, мы рядом. Спасибо. Спасибо, коллеги. Митя Иловский наш... Гриша Алексанян, я слышу его, узнаю по первому слову, мой первый шеф. По первому хрипу, да, мой первый шеф, абсолютно великий человек. Гриш, тебе слово, конечно. Да, здравствуйте, друзья. Это все, конечно, может быть ожидаемо, может быть неожиданно. Все говорят, как кто когда пришел, сколько здесь пробыл. Я много где работал, я не пришел сюда после института, я пришел уже формировавшимся человеком, наверное, журналистом, можно ли меня так называть, но неважно. Я могу сказать так, Наташа, я нигде так долго не работал в своей жизни, как я работал на «Дожде». Столько времени, наверное, 10 лет, или сколько там уже сбился со счету. Вот Марфу я даже вижу, с ней тоже успел поработать. Дело в том, что я не знаю, вот почему-то меня не видно сейчас. Тебя видно? Великолепно тебя видно. Да, так вот, я хочу сказать, что, во-первых, я хочу сказать, что вот эти все ребята, почему я доволен, в принципе, и счастлив, потому что я видел, как сейчас выступали Леша Крастерев, Маша, Вова Роменский. Я помню, как они приходили достаточно молодыми, юными людьми сюда, и как они стали настоящими профессионалами, которыми просто можно гордиться, смотреть на них с большим удовольствием, получать удовольствие от их работы, восхищаться их мужеством в сложных ситуациях. Я хотел бы еще также поблагодарить всех людей, которых обычно не видно. Они за кадром. Это, наверное, самые лучшие режиссеры, с которыми мне приходилось работать, потому что когда мы снимали все эти протестные акции, болотные и прочее-прочее, это такой стресс, это работа с огромным количеством информации, и это бригады, которые сутками сидели и проходили, и все это выдавалось в эфир, и получалось так, как прекрасно получалось. Это огромное количество режиссеров, звукорежиссеров, наших юристов, которые, наверное, с ума сходили от того, что мы рассказываем, пытаясь как-то нас защитить. Это люди, которые просто делали все огромное количество работы вне кадра. Это достаточно большое количество людей. Хотел бы сказать спасибо им. Вот операторы, это тоже прекрасные ребята. Под какие, куда они только не попадали, в какие вообще ужасных ситуациях они тоже не оказывались очень часто. А вы же все видите их глазами. И Наташа, я хочу сказать, не стоит унывать. Посмотри, какая прекрасная, дети выросли в нашей семье, если так можно сказать. И это уже очень хорошо для будущего, для России, для, наверное, всех нас. И я думаю, что все будет хорошо, обязательно все будет хорошо, потому что идет весна. Вы видите, что очень много грязи на улицах, пыли, грязи, но все это обязательно смоет первым же хорошим и мощным весенним дождем. Я вас очень люблю. Вот, знаете, все вот эти друзья, я вас очень люблю, вы все мои дети, вы все прекрасные, и все будет очень хорошо. Наташа, спасибо огромное за все.
Да, это был Григорий Алексанян, абсолютно великий человек. Он работал моим, я еще раз повторю, первым шефом. Я просто Гришу обожаю. Так, но у нас еще люди хотят высказаться. Митя Меломед, шеф наш, шеф программы «Юльтратуты». Митя, мы слушаем тебя внимательно. Приветик, ребят. Привет. Очень жалко, что я не с вами сейчас в студии. Слушайте, ну, с тех пор, как начался этот стрим, мой телефон просто разрывается. Разные люди пишут мне, что смотрят «Дождь», смотрят его и плачут, и просто не могут сдержать эмоции. Поэтому команда – это замечательно. Вы знаете, что я вас люблю, но я хочу обратиться к людям, которые смотрят «Дождь» и смотрели последние 11 лет. Ребята, самое главное – не поддавайтесь никакой панике. Все будет обязательно хорошо. Верьте, сохраните в себе веру и помните, что «Дождь» – это оптимистик channel. «Дождь», может быть, ненадолго уходит из вашей жизни, но пускай оптимизм из нее не уходит. Мы всех победим. У меня все. Да, я должен зачитать новость. Госдума, пишет знак.ком. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому на военную службу в Донбасс должны призвать всех тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях. Ты бы прочитал, что за партия вносит этот законопроект, и ты бы тогда не посчитал бы это новостью. Василий Полонский не так давно у нас ведущий новостей. Мы его еще будем, конечно, тренировать. А какая партия-то? ЛДПР. Ну, партия ЛДПР. Непонятно, что с Владимиром Владимировичем Жириновским, а мы тут. А Митя Еловский тоже хотел, просил нас высказаться в прямом эфире. Мить, слышишь ли ты студию «Дождя»? Да, привет. Я надеюсь, меня тоже слышно. Да, великолепно. Супер. Значит, во-первых, со мной сидит рядом Анна Петросянс. Это продюсер «Дождя». Во-вторых, я хотел бы обратиться к своей маме, которая спрашивает, почему ты не в зуме «Дождя». Мама, привет, я в зуме «Дождя». И в-третьих, я буду краток, я скажу, не ссыте. Ребята, которые сейчас находятся на «Дожде», ребята, которые сейчас в этом зуме, и все сотни тысяч человек, которые сейчас смотрят нас, миллионы человек, которые смотрят нас сейчас в прямом эфире, я хочу сказать, не ссыте. Не бойтесь ничего. И я дал себе в этом году, буквально 31 декабря, одну только установку на следующий год. Надо понимать, что нас мало, но мы должны быть вместе. И мы должны быть вместе с теми, со всеми теми, кто сейчас смотрит эту трансляцию. С теми, кто смотрит ее в эфире, или в зуме, или в отложке, как угодно. Мы должны быть вместе, и мы обязательно будем вместе, несмотря ни на что. И никакие депутаты, законопроекты и стейкхолдеры никогда этому не помешают. Будем вместе. Можно я добавлю? Я не работаю на «Дожде» уже какое-то время, но «Дождь», ведь мы всегда об этом говорили, наверное, будем говорить. Нет ни одного места работы, я уверена, где есть такое большое сообщество и есть такая большая дружная семья, где каждый человек, где каждый сотрудник, бывший, настоящий. Вы можете быть незнакомы в жизни, не видеться, но просто осознание того, что вы когда-то работали на «Дожде» или были причастны к такому потрясающему медиа, дает уверенность в том, что ты не один, даже в самые сложные времена. Никто не знает, какие у нас есть чаты, но когда открываешь их и понимаешь, что есть люди, которые тебя поддержат и днем, и ночью, и ранним утром, дает осознание, что все еще может быть хорошо, и даже если отберут все, в том числе и свободу, и есть какое-то пространство, куда ты придешь, кому, есть люди, которым ты напишешь, и ощущение этой свободы возвращается вновь и вновь. Спасибо всем большое за это. Еще раз, не ссыте. Скажи, что фильм откладывается. Я еще раз напомню нашим телезрителям, на эту камеру работаю, нашим телезрителям о том, что наш фильм «Fuck This Job» про телеканал «Дождь» Веру Синдееву будет выложен сегодня на нашем YouTube. Что говорите, нужно вывести Владимира Роменского? Нет, чуть позже. Мы просим вас сегодня после 6 зайти на наш YouTube-канал, поставить лайк под этим фильмом, его посмотреть. Это великолепный фильм. Я его смотрел и могу сказать, что это абсолютно великое кино, несмотря на то, что это кино про нас. Следующий, кому я хотел бы дать слово, это Маргарита Лютова. Это великий человек, человек, который мне всегда много лет объяснял, что такое экономика, я так ничего и не понял. И человек, который пришел на телеканал «Дождь», и первое, что она услышала, о том, что ей нужно было изменить прическу, она сказала, ни в коем случае, и настояла на своем. Маргарит, тебе слово.
Привет. Простите, если плохая картинка, плохой звук. Это экономический отдел. Так. Простите. Вот, есть. Маргарита Валютова, Надежда Драгметальникова здесь. Ребята, первое, я вас всех очень люблю. Я не могу сейчас сделать нормальную картинку, потому что нам не очень удобно. Так, вот так, говори. Я вас всех очень люблю. Я благодарна каждому из вас за то, что я с вами поработала. Я хочу сказать огромное спасибо Наталье Синдеевой за то, что вы вообще все это сделали возможным. Без вас нас бы не было. Я хочу сказать спасибо. У меня есть не самый большой лимит слов, которые я могу говорить без слез. Так вот, я хочу сказать спасибо каждому зрителю, кто смотрел, кто писал сообщения, кто нас поддерживал. Без вас этого точно так же не было. Ну и, наконец, я бы хотела сказать, как продюсер программы «Деньги», что мы честно все это время делали эту программу, чтобы облегчить жизнь всем нам, всем нашим зрителям и привнести хоть немножко оптимизма. Я надеюсь, несмотря ни на что, мы все равно все будем жить с хоть каким-то внутренним оптимизмом, будем друг друга поддерживать и помнить, какие хорошие годы мы провели все вместе с нами в эфире, за эфиром, за кадром, в соцсетях и так далее. Ребята, я вас всех очень люблю. Наталья Владимировна, вы мой кумир и практически уже стали нам как мать. Да. Ну вот, королева-мать, 100%. Девочки, спасибо огромное. Были очень рады вас видеть. И Эдуард Бурмистров должен сейчас включиться. Как его называют, Катя Катрикадзе? Эдуард. Эдуард. Мы слушаем тебя, большой Эд. Да, да, привет, друзья. Чтобы не тратить много времени, вот Гриш сказал, что все дети выросли. Не все дети выросли. Не хватит моего словарного запаса, чтобы выразить ту огромную любовь, которую я к вам, коллеги, испытываю. Вы лучшие люди страны. Наталья Владимировна, спасибо вам большое, что мне не приходилось идти на сделку со своей совестью. У меня... Я работаю на «Дожде» 2 года, но мои отношения с «Дождем» начались намного-намного раньше. Моя первая большая любовь связана с «Дождем». Мои все главные наставники в журналистике связаны с «Дождем», с которыми я работал не только на «Дожде», но и в других редакциях. Спасибо большое за это. Бесконечно люблю. Спасибо большое нашим зрителям. Я не знаю, что будет дальше, но я уверен и надеюсь, что все будет хорошо. Мы на правильной стороне. И, дорогие коллеги, которые находятся сейчас в редакции, в студии, я еще раз напоминаю, что на моем рабочем столе стоит текила от нашей прекрасной зрительницы. Я думаю, она вам сейчас скоро пригодится. Я вас очень-очень люблю. Спасибо большое, Эд. Мы тоже тебя очень любим. И мы уже заканчиваем, но дадим слово нашему главному редактору сайта, который Генпрокуратура заблокировала. Владимир Моторин, Вова, слышишь ли ты нас? Владимир Моторин заблокирован, да. Но так как Володя... Секунду. Слышно ли меня? Слышно, диджитал-человек ты наш. Супер, да. Я просто как бы очень волнуюсь. Это я впервые разговариваю на такую большую аудиторию. Я даже боюсь представить, сколько там десятков, сотен тысяч сейчас смотрят. 102 тысячи. Вот, и как бы это у меня впервые. Я хотел бы сказать о людях, про которых часто забывают. Ну, просто «Дождь» телеканал, и как бы основное, конечно, это то, что видно в кабельных сетях, на Ютубе. Но есть еще другая важная сторона работы. Это, конечно, там, новости на сайте, тексты, которые писались для сайта, это соцсети, это видеоредактора, которые обрабатывали видео для сайта, резали его для соцсетей. И это такая вроде бы как бы не очень заметная работа, но она очень важная, потому что без нее бы не было бы никакого бы «Дождя», вот не было бы вот в общем, как бы это очень важная работа, и очень важно, мне кажется, сейчас помнить о ней и поблагодарить тех людей, которые все эти годы это самоотверженно делали. И на самом деле аудитория, если мы говорим про аудиторию соцсетей, аудиторию сайта вот до последних 7 дней,
она была сопоставима с аудиторией вещания в Ютубе, например, и очень многие наши подписчики, читатели, зрители, они не только смотрели, но и читали нас, они следили за нами в Телеграме, следили за нами в Фейсбуке. Вот. И я, если честно, никогда не видел такой самоотверженной работы, которая была в эти дни. Некоторые сотрудники работали это без преувеличения, по 18-20 часов. Они просто как бы ложились на несколько часов, вставали и продолжали работать. И я уверен, что все это было не зря. И многие сотни тысяч людей в нашей стране, может быть, даже миллионы, узнали о тех событиях, которые происходили, именно так, как узнали правду, как мы любим говорить. Вот. За это большое спасибо всей команде сайта, команде соцсетей. Вот. И спасибо, конечно, Наталье Владимировне, потому что это действительно впечатляющая история. Мне кажется, это вот очень важно на это обратить внимание, то, что одним из последних независимых медиа, которые сейчас вынуждены свернуть работу в России, становится медиа, которая создала, возглавляла и привела к успеху женщина. Мне кажется, что это очень важно, и за это Наташа особо спасибо. Спасибо, Володь. Спасибо тебе огромное. Владимир Моторин, шеф-редактор нашего сайта, или главный редактор нашего сайта. И дальше мы хотели бы передать слово Олегу Исакову, шеф-продюсеру, шеф-редактору программы «Бремя новостей», человек, который много лет в том числе работал на телеканале «Дождь». Олег, привет, тебе слово. Олег, слышишь ли ты нас? Нет, вот мне пишут, что Олег еще не подключился, и, к сожалению, мы не можем всем дать слово, особенно и дождаться, пока все подключатся, потому что мы работаем в прямом эфире. Вера Кричевская, надеюсь, что Вера нас слышит. Вера, мы бы хотели бы услышать от тебя, как от одного из создателей этого телеканала, тоже несколько слов в связи с тем, что мы ставим телеканал пока на паузу. Я хочу сказать очень важно, еще раз, чтобы все зрители это услышали. В последние несколько дней Российская Федерация приняла новые законы. Эти законы обязуют нас, вас, говорить неправду. Между говорить неправду и временно отключиться, вы выбираете временно отключиться. И я очень уважаю и поддерживаю ваш выбор. Мы не можем присоединиться к этим преступлениям. Это первое. Я хочу еще раз, чтобы все это услышали. Нас обязуют говорить неправду. Мы не хотим это делать. Второе. В 2008 году случился финансовый кризис. Мы уже практически въезжали в фантастически красивый будущий офис телеканала «Дождь». И Синдеева была беременная, Шура, которую все знают. И она в какой-то момент сказала: «Ребят, ну все, знаете, у меня беременность, в общем, девчонки, были одни девчонки, я должна вас распустить, но не получается сейчас запустить канал». И мы расстроились и разошлись. Я помню очень хорошо, я сутки спала, как-то пыталась от всего этого отойти, думала, как жить дальше. Вот проходят сутки, какое-то раннее утро, очень раннее утро, мне звонит Синдеева и говорит: «Я передумала, немедленно на работу. Ребята, у нас конец первого сезона, окей?» Я хочу тогда, можно завершить наш этот разговор? Понимаете, если бы мы закрывали канал, то я бы очень сильно подготовилась. Я каждого бы человека вспоминала, о каждом бы рассказывала и говорила всем спасибо. Я вот сейчас сидела и думала, я же должна была бы тогда очень много чего сказать каждому. Не только те, кто находится сейчас, те, кто много лет работали с «Дождем». Сказать спасибо своей семье, сказать спасибо Саше Винокурову, который вообще-то, если бы не он всегда в тени из-за меня.
потому что у меня есть такой зеленый костюмчик, а у него нету. Если бы не Саня, то не было бы канала, конечно, потому что он был рядом, он всегда поддерживал, он соглашался со всеми решениями, он придумывал кучу всего. И, но я не хотела сейчас этого ничего говорить, потому что мы прощаемся на время, я уверена, просто это пауза. Но раз уж такое настроение... Сань, спасибо. Дорогие зрители, мы вас не подводим. Я все время, когда подписываю ежедневники, которые мне приносят, покупают в нашем интернет-магазине книжки, я пишу: оставайтесь под дождем, мы вас не подведем. И я сейчас хочу тоже сказать: ребят, оставайтесь под дождем и с нами, мы вас не подведем. Дайте просто немножко времени разобраться, и я уверена, что мы все вернемся. Я всех очень люблю. Любовь всегда побеждает, я точно это знаю, в этом уверена. У меня сегодня был, правда, тяжелый день. Наверное, первый раз за много лет, когда... Это... У меня не было страха. У меня была какая-то невероятная боль от того, что, наверное, нам нужно будет принять это решение. А сейчас, послушав все, я поняла, и спасибо, Вера, за эти слова, что это конец первого сезона, и ждите нас во втором сезоне. Спасибо. Переключайтесь на, на YouTube-канал, да? Правильно? Прошу прощения. Заходите на YouTube-канал. Да, еще раз заходите. Еще раз вам придется зайти на YouTube-канал «Дождь», где будет буквально с минуты на минуту выложен фильм, я так понимаю. После шести, уже 6:09 в любом случае. И я хотел бы просто дополнить... И до скорых встреч. Да, до скорых встреч. Хотели высказаться и Олег Исаков, и Марфа Смирнова, но, к сожалению... Мы все очень сильно устали, все было сегодня очень нервно. И как говорил Тимур Олевский, когда телеканал «Дождь» переезжал с «Красного октября» сюда на «Флакон», кто последний уходит, тот выключает свет, а тот, кто первый придет, его включит. Я думаю, что, друзья, мы должны на этом закончить. Конец сегодняшнего эфира и пауза небольшая, которую делает телеканал «Дождь». Но пасаран. Но пасаран. И нет войне. Точно нет войне. Thank you.